время года, все время солнечно. И, в общем-то, хотел сказать спасибо, что вы все пришли на наш цикл лекций. Мы его назвали модно Next Generation Medicine. Вот. Что-то созвучное NGS, NGM. Вот. Но, соответственно, мы в наших лекциях предполагаем говорить не только об биоинформатике, как это было в первый раз. Первую лекцию у нас открыл Петр Харченко, и он, конечно, больше про биоинформатику, про математические подходы к анализу. Но мы будем говорить про абсолютно разные темы, относящиеся к наиболее прогрессивным подходам в биотехе, биомеди, в медицине, собственно говоря, про все прогрессивное. Вот. И начнет сегодняшнюю, продолжит, скажем так, сегодня цикл лекций, и сегодняшнюю лекцию откроет Олег Гусев, мой хороший друг и партнер. Собственно говоря, мы вместе двигаем науку. Олега Гусева вы, наверное, знаете по его Фейсбуку. Раз. И что вторично, но, в общем-то, для меня не менее значимо по его научным работам и работе и в Рикин институте, собственно говоря, с очень известным Хайшизаки, и, безусловно, его деятельность в России, это в Казанском федеральном университете. И с недавних пор, в общем-то, у нас есть совместное дело в Центре эндокринологии. И, в общем-то, как затравочку, я думаю, что Олег немножко вам расскажет, как он обещал, от простого к сложному, а потом я представлю вам поподробнее Игоря. Да, здравствуйте, коллеги. У нас сегодня очень непонятный мне формат, потому что у нас явно в аудитории присутствуют очень большие специалисты в области то, о чем я собираюсь поговорить, и люди, которые вообще никогда не слышали вообще, что это происходит, и нужно как-то поместить. Вот. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что у нас такой... Это, наверное, правильно назвать kick-off симпозиум, да, kick-off лекции в рамках проекта, который, в общем-то, мы начинаем в Москве совместно с Игорем. И лекция Пети тоже была не случайная, она была такая в рамках того, что мы все вместе делаем. Да, сегодня постараюсь уложиться минут, наверное, за 30-35, чтобы не утруждать, и передать слово тяжелой артиллерии в лице Игоря. Вот. Сразу говорю, что вещи я буду говорить достаточно простые, но, наверное, скорее ориентируюсь на людей, которые пока не очень в теме. Так, попробуем. Многие знают, что я живу в Японии, но на самом деле, наверное, моя активность очень честно вот за эти 20 лет разделена примерно 50% на 50% между Россией и Японией. То есть у нас такая честная российская коллаборация. Я сам из Казани, из Казанского федерального университета. После выпуска мы никогда и не уходил из университета, была параллельная аспирантура в России и в Японии. И, в общем-то, у нас функционирует такой вот, на мой взгляд, очень правильный двустороннее партнерство. У нас есть зеркальные лаборатории в двух странах. До недавнего времени это было только вот в институте Рикен. С этого апреля у нас еще открылся департамент небольшой в университете Джунтенде. В общем-то, мы сотрудничаем. Это какая-то правильная схема трансфера технологий между странами. В общем, все нормально. Наверное, как пытался начать Павел, многие меня знают немножко по другой тематике, где мы тоже, в общем-то, себя реализуем. У нас очень своеобразное позиционирование. У нас лаборатория в Казани называется лаборатория экстремальной биологии. Нам нравятся всякие необычные существа, их необычные способности, летающие комары, мухи, вот это вот все. Вот. Но сегодня, так как у нас проект начинается здесь в Москве, такой немножко более биомедицинский, но хотелось немножко говорить об этом. Вот, но можно сказать, что партнерство российско-японское может быть. Вот, и несколько таких вот таких точечных проектов, которые мы считаем, нам удались в рамках такого российско-японского сотрудничества. Это мы начали совместно с казанскими онкологами проект по наследственным, который сейчас плавно в Москву и стал достаточно таким крупным проектом. На нашей базе начался формироваться. Вот, регистр костного мозга, то есть мы, в общем-то, очень такая прогрессивная лаборатория NGS, значит, идет достаточно хорошо. Но поговорить я хотел не об этом. Несколько дней назад я был на тоже приглашенным докладчиком на онкоконгрессе. То есть Москва организовала первый московский онкологический форум. Меня туда пригласили что-то поговорить. И одна из последних лекций
где круглый стол, где выступала очень известная, наверное, одна из лучших клинических генетиков в Москве, она сказала следующее. Она сказала, что чтобы изучать наследственность у больных, онкобольных, мы смотрим всего 4 гена. Но на самом деле это абсолютно правильно, потому что ну, вообще мы работаем с кодирующей частью генома, той самой вот 1-2%, которые кодируют белки, которые на самом деле определяют всю разницу между нами, людьми, между нами и между нами и животными. Я подумал, как хорошо, когда все так просто в этом мире. Вот, и сразу на миллисекунду я почувствовал себя Максом Планком, который его несостоявшийся научный руководитель сказал, что физикой заниматься не надо, это было в далеком 1878 году, потому что в ней все открыто, парочку небольших каких-то маленьких компонентов. Вот, ну вот, наверное, какое-то вот представление об этом я бы сегодня хотел дать. Да, на самом деле это абсолютно правда. Геном у нас большой, но часть, которая кодирует белки, на самом деле очень мала, примерно 1-2%. И в далеком 2001 году, с этого периода, у нас такая период надежды изучения генома, что когда люди расшифруют геном, когда таким рутинным занятием, сразу станет понятно, будет огромный прогресс в медицине. И, в общем-то, последние, вот, наверное, 20 лет ознаменовались такими очень мощными большими проектами. Вот. Это была шифровка и анализ стандартного человеческого генома, очень дорогая. Потом пошли национальные проекты, создание больших биобанков, сканирование. Ну, это тут немножко раньше даже, чем сейчас, 2019 год. И сейчас, конечно, основное упирается на создание клинических выпусков. Это прекрасный вариант. Большое спасибо. Вот. И сейчас, конечно, самые большие упоры, в общем-то, опять же, надежды возлагаются на анализ таких когорт с клиническими выборками, но можно сказать, что геном оказался гораздо сложнее, чем мы предполагали, и вот такого бурного, вообще-то мощного прорыва не произошло. Но на самом деле вот эта вот простая картинка с яблочком, которую я показывал сначала, которая была очень простая, сначала казалось, что сам смысл генома он находится в областях, которые что-то кодируют, а все остальное просто мусор, да, изначально такой сленг junk DNA, да, мусорная ДНК, казалось, что в этом все есть. Я сейчас покажу несколько слайдов, вот такую историю, я эти слайды получил от моего коллеги Чунга Дехона, хорошего друга, и потому что как только задача расшифровки генома была завершена, и речь пошла о секвенировании того, как геном работает, об анализе транскрипции РНК, сразу стала появляться масса, в общем, непредвиденных и очень неожиданных сложностей. Вот первый сигнальчик, один из первых сигнальчиков, он возник в 2004 году, потому что когда попытались проанализировать на основе вот таких вот микроарреев, как, в общем, геном транскрибируется, как работает РНК, оказалось, что многочисленные вот эти случайно созданные пробы, то есть признак того, что там идет какая-то работа генов, идет транскрипция РНК, располагается вне кодирующих участков. То есть это был первый сигнал о том, что все не так просто, что это вот эти мусорные junk участки генома, они, в общем-то, на самом деле несут очень такой большой смысл, и, в общем-то, все не случайно. Дальше следующий большой вот такой сигнал был в том, что если попытаться анализировать транскрибируемые тоже последовательности, тоже с помощью микроарреев, оказалось, что, в общем, на самом деле как минимум половина признаков того, где работает РНК, располагается, опять же, вне кодирующих генов. В общем, располагается очень далеко от кодирующих участков. То есть стало понятно, что, в общем-то, вот некодирующие участки — это такая вот такая машинерия, да, такой вот какой-то источник непонятно зачем необходимой транскрипции. Вот. Ну, одна из знаковых статей — это серия лекций «Фантом», я о ней поговорю немножко подробнее. И изобретение метода анализа сайтов старцев инициации транскрипции, то есть когда стало понятно, что у каждой РНК есть такая вот небольшая такая биологическая химическая настройка на 5-3 конце, это позволило достаточно глубоко и посеквенировать и посмотреть, как работает РНК, оказалось, что огромное число вот этих вот результатов транскрипции из генома никак не относится к кодирующим участкам. То есть стало понятно, что значительная, очень большая часть генома вообще не кодируется. Далее появились совершенно такие революционные заявления, которые сразу огорчили любителей простых историй.
Вот. Оказалось, что стали формироваться подозрения, что на самом деле большая часть, до 70% генома человека, она в принципе может производить РНК, в общем-то, может быть, работать. Да? То есть стало понятно, что мир гораздо труднее, гораздо сложнее, чем простые кодирующие вещи. И произошел всплеск понимания, что огромную часть продуктов того, как работает геном, являются не белки, которые кодируют РНК, а некодирующие участки. И вот просто вот одна из остановок в 2015 году, вот такие систематические подходы к анализу РНК, в общем-то, показали, что количество некодирующих РНК, да, РНК, которые не делают никаких белки, она, в общем-то, превосходит по количеству кодирующие гены. И, в общем, три, наверное, таких главных источника РНК, в общем, о которых идет речь. Это первое, те продукты, которые делают белки, регуляторные РНК и трансферные РНК. Но вот в основном мы сегодня поговорим о регуляторных РНК. И в этом плане концепция гена как источника белковых продуктов, в общем-то, изменилась и очень резко трансформировалась. Ну и, конечно, самое, наверное, одно из самых неожиданных и судьбоносных открытий было в 2010 году, когда стало понятно, что систематический анализ показал, что даже регуляторные участки, те как бы включатели-выключатели работы генов, они тоже производят в себя транскрипционные продукты. И на самом деле даже не кодирующие регуляторные участки характеризуются экспрессией. Вот. Классический подход к тому, как начинается вообще, как идет работа гена, подразумевает, что дистанционно расположенные участки, энхансеры, подходят к началу старта РНК, и там и объединение промоторных энхансерных регионов с помощью специальных белков, вот я, к сожалению, не могу их показать, вот так вот, транскрипционных факторов, и является тем стартом, где, в общем-то, начинается транскрипция. Оказалось, что вот эти вот энхансеры, эти участки, которые необходимы, чтобы начался синтез РНК, являются очень непростыми ребятами. То есть классически предполагалось, что энхансер должен быть один, который подходит к промотору. В общем, модель гена была очень проста. Но оказалось, что природа гораздо сложнее. О, вот так вот. Третий еще девайс. Спасибо. Оказалось, что на самом деле регуляторных участков, то есть энхансеров, которые связаны с работой генов, может быть на каждый ген не один. И появился целый такой термин, который называется shadow enhancer или теневые энхансеры, которые включаются, то есть которые расширили наше представление, что к одному промотору может относиться несколько энхансерных участков, достаточно их большое количество, и они активируются и включаются в зависимости от определенной стадии развития, либо в зависимости от каких-то состояний клетки, либо стресс или каких-то заболеваний. В общем-то, и стало понятно, что некодирующие участки ДНК являются одним из, наверное, ключевых регуляторов и то, что добавляет разнообразие в работу генов. Ну и вот всегда, когда я разговариваю с врачами, я говорю о следующем. Если в геноме человека 20 тысяч с небольшим генов, то транскрибируемых участков, да, то есть тех сайтов, где РНК по какой-то причине начинает работать, кодируя или не кодируя что-то, более 500 тысяч как минимум сейчас, и, возможно, это количество будет только увеличиваться. И поэтому современные методы, которые позволяют нам очень глубоко расшифровывать места, где эта РНК работает, в общем-то, предоставляют нам очень обширную, очень глубокую информацию на эту тему. Вот. Некодирующие участки генома, регуляторные участки генома, которые на самом деле находятся достаточно далеко от того места, где располагаются промоторы, также могут очень серьезно влиять на, в общем, жизнь и поведение гена. Вот один из недавних обзоров просто показывает, как это может происходить. То есть мутации не только в кодирующих участках, то, что является, в общем-то, основным объектом медицинской генетики, а также мутации в некодирующих участках могут приводить к совершенно трагическим последствиям, ну, вот, например, на примере канцерогенеза. То есть уже показано, очень хорошо охарактеризовано, что мутации в некодирующих участках и их замены могут приводить к нежелаемой активации генов, к подавлению экспрессии генов, а также к изменению соотношения и эффекта гормонов на рабочих экспрессии генов. Вот. И стало понятно, что мутации в некодирующих участках должны рассматриваться с той же самой важностью, как и мутации в кодирующих регионах. У нас здесь присутствует
Всеволод Макеев, и вот одна из его недавних работ, вот я не стал этот сайт сюда включать, показала, что на самом деле вот это вот изменение, да, вот такие, скажем так, условно говоря, естественные изменения в последовательности, которые возникают спонтанно или в результате каких-то рекомбинационных процессов, происходит очень часто. И очень часто энхансеры меняют, и промоутеры меняют свою принадлежность, на них начинают садиться совершенно другие транскрипционные факторы. Это, в общем-то, достаточно глобальный, мощный, большой процесс, один из источников разнообразия. Хотелось бы немножко поговорить о том, какие большие проекты делаются с использованием некодирующих участков. Вот здесь у нас тоже есть Юлия Медведева и тоже Сева. Они активные участники серии проектов «Фантом». На что он был направлен? Это большой японский проект, который, в общем-то, стал одним из знаковых для японской генетики. И идея его в том, что для того, чтобы клетка стала клеткой, а об этом нам сегодня подробнее расскажет Игорь, о том, как, в общем-то, судьба клетки и ее принадлежность формируется, значит, работа генов внутри ее состоит из нескольких компонентов. Есть некоторые, скажем так, коровые компоненты, то есть гены, которые должны работать в каждой клетке. Есть специфичные регуляторы и активаторы компонентов, которые отвечают за определенные линии клеток, да, определенные типы клеток. Есть такие очень удивительные, уникальные, специфичные для каждой клетки компоненты. И, в общем-то, все они работают вместе, от их комбинации зависит, какая судьба будет у определенного клеточного типа, определенных клеток. Ну, сегодня Игорь об этом расскажет, как это происходит на уровне отдельных клеточных типов. И большой проект, в котором мы немножко принимаем участие, а вот коллеги из России принимают активное участие, как раз был направлен на понимание того, как некодирующие участки и как вообще анатомия вот этой транскрипции влияет на формирование различных клеточных типов. Была это целая серия. В какой-то момент Япония была вынуждена принять определенные решения, в какую сторону двигаться в области геномных наук. И в то время как Соединенные Штаты ориентировались на расшифровку генома, вот, японское правительство как раз на базе Рикена решило запустить проект по анализу РНК в клетках и в том числе некодирующих компонентов. Специальный подход для этого, который ориентирован, может быть, не столько на внутреннюю часть гена, а исключительно на сайты, где начинается экспрессия РНК, был разработан также в Рикене, мы его активно используем сейчас в Казани. Мы такой трансфер технологии осуществили, и он делает следующее. Так, если упростить, то собирается РНК, от нее отсекается хвостик, остается только головная копированная часть, которая с помощью таких больших мощных секвенаторов прочитывается и картируется обратно на геном. В результате у нас получается такая карта, которая показывает, как в данном биологическом образце, на каком участке экспрессия РНК начиналась и, в общем, как она дальше работала. На самом деле такой подход позволяет расширить функционал нашего понимания того, как работает РНК, и дает ряд информации. То есть если мы представим, что вот это такой один из участков генома, здесь начинается определенный ген, то вот такие вот сигналы, которые получаются с помощью этого секвенирования, дает нам понимание того, где начинается транскрипция РНК определенного гена, она может начинаться с разных участков, а также показывает, где располагаются регуляторные участки, потому что энхансерные РНК ассоциированы вот с такими некодирующими регуляторными элементами. И на самом деле вот настоящая картинка, как происходит работа и как начинается активность, транскрипционная активность, может быть крайне разнообразна. Вот на этой картинке показан маленький-маленький участок генома, и на самом деле только участок, который содержит один ген. И каждый вот этот вот столбик, каждая вот эта вот пипочка — это место, где идет транскрипция РНК. То есть мы видим, когда мы говорим активность гена, мы говорим экспрессия гена, на самом деле она настолько многообразна, что каждая точка вот на этой картинке показывает, как работает РНК. То есть с каждого отдельного участка генома производится значительное многообразие молекул РНК, и оно крайне специфично для клеточных типов. Вот здесь разными цветами показаны разные клеточные типы, и мы видим, что если общая картина выглядит вообще так вот разнообразно и глубоко, то отдельные клеточные типы характеризуются очень четким, очень красивым профилем экспрессии.
С точки зрения биомедицины, такое разнообразие дает нам дополнительный источник шансов поймать и уловить какие-то необычные моменты. На этой карте, вот на этом слайде представлен специфичный случай экспрессии генов одной из клеточных линий. Та же ситуация, участок генома, один ген. Мы видим, какое разнообразие сайтов, где начинается экспрессия РНК, мы видим. Ситуация очень сложная. Если мы сравним, что происходит в здоровой клетке, ситуация гораздо проще, и количество этих пиков уникальное. То есть можем сказать, что все вот эти вот синенькие пики на самом деле являются специфичными для клеточных линий. А это означает, что при таком подходе мы имеем десятки, сотни потенциальных биомаркеров, экспрессия которых напрямую связана с процессом канцерогенеза и так далее. То есть у нас получается гораздо более глубокий и широкий спектр потенциальных биомаркеров для определенных клеточных состояний. Фантоми 5, то есть в одном из последних этапов этого большого проекта, были созданы специальный визуализационный такой вот движок, такая вот специальная оболочка, которая показывала специфичность и направление экспрессии вот таких вот точек начала транскрипции в тысячах и в нескольких тысячах биологических объектов. И это помогало и помогает исследователям видеть, насколько РНК, насколько это сайт инициации транскрипции или промотор, да, участок расположен вокруг нее, специфичен для определенного клеточного типа, специфичен для состояния и так далее. То есть это прекрасный источник информации. Вы можете попробовать сами, нажав по ссылочке пройти, это абсолютно и открытая информация. Оказалось, что если количество генов достаточно фиксировано, то вот последний такой системный анализ в Фантоме 5, в последней версии Фантома, показал наличие десятков тысяч новых промоторов, которые специфичны для тканей и для различных клеточных типов. Зачем это нам надо? Вот одним из ключевых белков, да, продуктов гена, который определяет то, как будет развиваться клетка, ее специфичность является транскрипционный фактор. Это Игорь сегодня будет о них, я думаю, подробнее говорить на разных примерах. А ты не будешь об этом говорить? Понятно. Ну, вот. Ну, можно сказать, что транскрипционные факторы в том числе являются одним из маркеров клеточных типов, по которым мы определяем, да, какие именно клеточные типы у нас находятся в клеточной популяции. И такой вот подход, такая систематизация, приоритизация, понимание, какие транскрипционные факторы в большом количестве экспрессируются в одном клеточном типе и не экспрессируются в другом, позволяет нам такое вот выстраивать сродство определенных таких вот белков с клеточными типами. Это очень интересно, потому что ряд из таких вот экспрессирующихся элементов, транскрипционных факторов, крайне специфичны для определенных тканей, для определенных клеток и так далее. То есть они являются такими очень качественными зависимыми факторами. И это дает крайне интересный источник ученым, потому что он указывает, насколько определенные белки, вот такие вот регуляторные белки, связаны с судьбой и жизнедеятельностью в нормальном и в патологическом состоянии для различных клеточных типов. И это, в общем-то, дает свои бонусы. То есть на основе вот этого вот ресурса, в который активно также вкладывались российские наши коллеги, вот Юлия и Всеволод, следом пошел большой вал статей, который позволил, и источник вдохновения для них было то, что ученые знали, какой определенный транскрипционный фактор очень специфично связан с определенным клеточным типом и с определенным клеточным состоянием. И результаты не заставили себя ждать. Тут один из примеров, специфичные транскрипционные факторы для меланоцитов дали такой вот стимул и сигнал ученым, и ряд открытий о очень важных мутациях и взаимосвязях именно этого транскрипционного фактора, в общем-то, были отражены в последующих публикациях. И таких примеров много для STEM-клеток и так далее. Один из таких вот крайне интересных открытий, очень важных и судьбоносных для современной генетики, для открытий, для последующих, в общем-то, этапов, стало обнаружение того, что вот активные энхансеры, да, вот такие дистанционные регуляторные элементы, характеризуются своей двусторонней экспрессией. То есть вот эти вот маленькие пики, где начинается экспрессия РНК, они, если они располагаются один пик в одну сторону и рядышком находится пик, который в противоположную сторону работает, это признак того, что здесь регуляторный есть элемент. И это очень хорошо дополняет имеющиеся на сегодняшний момент методы определения вот этих вот регуляторных участков, открытия хроматина и так далее. И, в общем-то, позволяет не только говорить, где расположены такие участки включателей и выключателей генов, но и
как они работают, какая интенсивность их работы. Потому что чем активнее эта РНК, чем больше этот столбик, это признак того, что этот ген работает, этот энхансер работает активнее. Следующим таким вот, наверное, важным открытием, первым в этой области, было свидетельство того, что если создать атлас и очень детально проанализировать распространение и локализацию таких регуляторных участков, оказывается, что энхансеры и работа вот этих регуляторных участков, она напрямую связана с клеточными типами, и каждый клеточный тип, и даже каждое клеточное состояние характеризуется своим уникальным профилем работы регуляторных элементов. Почему это интересно нам? Почему это интересно для медицинской генетики? Дело в том, что когда у нас есть большой атлас, и для множества различных образцов у нас есть данные по активности энхансера и соответствующего промотера, анализируя корреляции, можем очень четко сказать, какой энхансер связан с каким геном. И, соответственно, мы можем предположить мутации, что могут сделать мутации в определенном регуляторном элементе. Фантом 5 системно идентифицировал более 44 тысяч новых энхансеров, это далеко не предел. Сейчас это количество увеличилось в десятки раз. И, в общем-то, я покажу на примере наших работ, что, в общем-то, это только вершина айсберга. И будущее, видимо, здесь в медицинской генетике за анализом регуляторных элементов. Энхансеры, десятки тысяч энхансеров, очень часто, а скорее всего и регулярно, очень специфичны, да, очень тканеспецифичны. Анализ баз данных по ассоциации определенных изменений в геноме с заболеваниями показал, что лишь небольшая часть этих мутаций, которые связаны с определенными заболеваниями, располагается в кодирующих частях. Как минимум 75% вот этих вот вариантов генома, которые ассоциированы с заболеваниями или с какими-то функциями, располагается в некодирующих участках. И, как сейчас мы видим, это не просто некодирующие участки, это места, которые как раз и характеризуются регуляторными свойствами. Это уже известные или еще неизвестные энхансеры и промоторы. То, о чем я сегодня не буду говорить, но Игорь, я думаю, немножко осветит в своей работе. Новости последних буквально пары лет, что анализ вот этих вот малоэкспрессирующихся регуляторных участков теперь можно проводить даже в отдельных клетках. И это можно делать не какими-то специфическими методами, а используя стандартные наборы, ну, наверное, полюбившиеся в России платформы 10x Genomics, просто используя биоинформатические подходы. То есть не добавляя никаких химических изменений, теперь мы можем смотреть, как работают отдельные промоторы-энхансеры в отдельных клетках. И добавляя глубину секвенирования, в общем-то, мы получаем очень интересные данные. В общем-то, эта статья тоже вышла из Рекена, она сейчас находится на ревизии, но, в общем-то, стало очевидно, что стандартный набор для 5-штрих-концевого секвенирования, в общем, позволяет нам видеть очень много внутри клеток. Ну и, наверное, чтобы чуть-чуть завершить, буквально несколько примеров того, что мы делаем сами, и что мы видим, да, чтобы вот вживую проиллюстрировать, что вообще происходит. Мы являемся лабораторией, которая интересуется такими подходами и, в общем-то, реализует ряд проектов, о которых я буквально немножко расскажу. Один из проектов, который сейчас вышел такую на среднюю, там, семифинальную стадию, это анализ работы регуляторных элементов в спортивной медицине, конкретно в мышцах. Вот. Он реализуется с помощью в коллаборации с Институтом медико-биологических проблем. И анализ всего одной мышцы у человека, который был подвержен тренировке и расслаблению, там, повторной тренировке, показал, что мы видим, что под воздействием физических упражнений транскрипция генов меняется. И мы видим, как тысячи новых регуляторных участков активируются и, в общем-то, напрямую связаны с процессом тренировки. Очень интересно, что мало того, что мы видим различную экспрессию этих генов, мы видим десятки и сотни абсолютно новых и никогда еще не задекларированных, да, неизвестных сайтов инициаторов транскрипции. А это означает, что наши оценки, что некодирующая часть генома активна, да, очень далека до финала. То есть мы видим тысячи
новых транскриптов, которые специфичны для мышц. И мы видим тысячи новых сайтов инициации транскрипции, которые связаны с тренировками как таковыми. То есть это говорит нам о том, что на очень небольшой выборке образцов мы можем сказать, что даже в мышцах, в одной отдельной мышце, то, что мы знаем про профиль экспрессии, ну, в общем, наверное, всего лишь несколько процентов от реальной картины, от реальной инициативы. Второй очень интересный проект, который мы тоже сейчас реализуем, мы призываем коллабораторов из России и за рубежа, проект, который мы реализуем с университетом Джорджа Вашингтона, с нашим русскоязычным коллегой, с Игорем Ефимовым, очень известным кардиологом. Здесь вопрос тот же самый. Проблема и, ну, наверное, недостаток большого проекта «Фантом» был в том, что он покрывал большое количество клеточных типов различных тканей и состояний, но секвенирование было очень неглубоким, всего 2-3-4 образца. А это означает, что регуляторные участки, которые характеризуются очень низким уровнем экспрессии, могли быть просто не детектированы, просто не хватило глубины. И что мы видим, проанализировав всего 54 образца из 4 участков сердца, мы видим, что десятки тысяч новых регуляторных элементов, специфичных для отдельных участков сердца, для состояний и даже для разницы между мужчинами и женщинами. Можно сказать, что сердца мужчин и женщин очень резко отличаются в плане экспрессии. И этот ответ на определенные заболевания у мужчин и женщин разный. Да? То есть это вот такая новая эра медицинской генетики, связанной с некодирующим участком, который мы видим. И, конечно же, совсем не неожиданно, мы видим, что добавляя всего лишь несколько десятков проанализированных образцов таким методом, мы резко повышаем понимание, почему определенные мутации связаны с определенными заболеваниями. То есть даже проведя такой небольшой, условно говоря, пилотный эксперимент на несколько десятков образцов, мы идентифицировали сотни мутаций, которые считались располагающимися где-то и почему-то связанными с сердечными заболеваниями. Мы теперь точно знаем, что они располагаются в участках, которые контролируют работу генов. Такие дистанционные включатели и выключатели. И это всего лишь несколько десятков образцов. То есть что можно ожидать, если мы добавим сотни и тысячи новых образцов? Возможно, не знаю, 99% участков генома будет работать. Еще один проект, который мы сейчас только начали, но, в общем, активно с ним работаем, это создание атласа активности регуляторных элементов в мышцах человека. Я говорил, что, ну и вы знаете, что в теле человека, наверное, существует несколько сотен клеточных типов. Игорь, как ты считаешь, несколько сотен? Какой у нас? Мы не согласны, да? То есть клеточных типов. Отлично. Согласен, да. Но сейчас мы считаем несколько сотен, да, то есть, ну, 200-300. Так вот, любой анатом скажет, что в теле человека более 600 скелетных мышц. 600 скелетных. И у каждой есть свое название, и анатомы должны их, в общем-то, понимать и знать. Есть четкое понимание, что не все мышцы одинаково полезны, что они абсолютно по-разному реагируют на разные вопросы. То есть вот даже врожденная дистрофия того же самого Дюшена, она, ну, понимаете, в каждой клетке человека одна и та же плохая мутация. Да? То есть в каждой клетке синцитии, да, человеческой мышцы, в общем-то, одна и та же проблема. Но прекрасно известно, что есть мышцы, которые крайне устойчивы к таким вот врожденным проблемам. А есть мышцы, которые очень слабо, они всегда страдают. И очень часто при разных нарушениях, при разных мутациях, связанных с дистрофиями, есть суперустойчивые мышцы, а есть мышцы совершенно неустойчивы. И вторая мотивация, да, и очень интересно понять, почему, да, то есть это все скелетные мышцы, они происходят, в общем-то, по более-менее одному и тому же сценарию. Ну и две дополнительные мотивации, которые нас простимулировали биомедики для этого проекта. Первое – это, конечно, понимание того, что происходит с мышцами, когда человек находится в условиях космоса, когда, в общем-то, не использует мышцы, приходит атрофия, или в условиях больницы. Тот же самый вопрос, насколько можно упрощать исследование, беря только одну мышцу как модельную. То есть можно ли брать все время какую-нибудь, там, не знаю, бедренную мышцу, ставить на ней все эксперименты и говорить, ну вот во всех мышцах происходит то же самое. Или этого нельзя делать. Ну и третий вопрос, если мы хотим разработать, например, генотерапевтический препарат, который бы работал в определенной мышце, нам хочется знать, какой должен быть вот такой активирующий участок, такой промотор, который работал бы в специфичной мышце. В общем-то, три таких важных мотивации. Ну и вот, наверное, тут один из стимулов здесь был Игорь. В одном из наших обсуждений, в общем-то, известно, что есть совершенно фантастические мышцы. Да? Например, окологлазные мышцы, они являются загадкой для ученых, потому что
Стивен Хокинг, который вот умер в 2018 году от бокового амиотрофического склероза. До самого последнего момента его лицо было активно. Есть такое вот, на фоне всех сотен мышц в человеческом теле, есть уникальные 6 окологлазных мышц, которые очень устойчиво относятся к таким проблемам и до последнего момента, в общем-то, не теряют своих проблем. Самая красивая картинка справа. Я не буду тогда об этом рассказывать. Да. Маленький секрет. Мы уже провели пилотный проект на макаках, и, к сожалению, вот копирование службы безопасности не позволяет нам показать вам эти уникальные данные. Но поверьте, мы уже видим, что именно окологлазные мышцы обладают своим уникальным набором регуляторных элементов, которые резко отличают их от всех остальных. В общем-то, мы точно видим, что секрет их находится в регуляторной транскриптомике, в регуляторных элементах. Ну и, наверное, просто маленький анонс, почему мы все здесь. Как я сказал в самом начале, наше мероприятие — некоторый такой kick-off-симпозиум, некоторое такое рекламное мероприятие. И вот на базе эндокринологического научного центра, который нас приютил, который нам помог и простимулировал к работе, мы сейчас вот с этого года начинаем два очень таких активных проекта. Первый проект — это создание атласа эндокринной системы на уровне отдельных клеток. Это уже делается в мире, но мы ориентируемся именно на патологию эндокринной системы. Есть определенные идеи, это такая вот синергия с тем, что происходит в мире. И здесь как базовый научный интерес — новые типы, новые клеточные типы, новая структура разных патогенных. Это уникальная организация, где огромная коллекция различных таких вот эндокринных тканей. И второй проект, который мы делаем параллельно, он скорее вдохновлен философией фантома. Да, то есть, используя такую большую коллекцию биобанка, мы создаем такую выборку, такой атлас из в идеале нескольких тысяч образцов разных патологий с разными клиническими вопросами и объединенных вот такой очень понятной системой, чтобы каждый пользователь, биолог, биомедик, имея гипотезу про эндокринные заболевания, мог прийти и проверить, найти свой собственный потенциальный биомаркер и с ним поработать. И поэтапная схема каждого подпроекта, вот мы приглашаем в том числе, может быть, пользователей, не только наших коллабораторов. То есть в перспективе можно там давать нам, предлагать какие-то идеи на какую-то концепцию поиска новых биомаркеров для определенных состояний, нерешенных клинических вопросов. И начиная от вот такого полногеномного анализа, у нас уже есть понимание, какая должна быть схема, чтобы она доходила до нескольких ключевых биомаркеров, которые можно дальше проверять на больших выборках. И здесь вы сейчас знаете, с ковидной нашей ситуацией мы все знаем понятие специфичность и чувствительность. И именно наличие большой выборки, как это было в фантоме 5, наличие большой выборки в таком вот эндокринном фантоме позволит нам и вам потенциально оценивать чувствительность и специфичность потенциальных маркеров. Ну и наша глобальная здесь интерес, поэтому нам нужно много коллабораторов, много коллег, которые бы с нами работали, объединение всех этих данных в одну некоторую систему, в глобальный индекс сайтов инициации и транскрипции, который, в общем-то, на фоне достаточно широкого, но не глубокого фантома 5 позволял видеть очень глубокую структуру как мышечной, так и эндокринной системы. Ну все, наверное, это последний слайд. И большое спасибо за внимание. Ну и последний маленький рекламный слайдик здесь. У нас здесь представитель вот на заднем ряду сидят коллеги из сочинского диалога. В начале июля 2021 года, очень скоро, немножко позже месяца, на базе Сириуса мы планируем очень необычное мероприятие, такой ретрит для юных зафлабов и, в общем-то, людей, которые интересуются организацией и ведением собственной лаборатории. Мы приглашаем коллег европейских, русскоязычных в том числе, коллег из самых успешных лабораторий российских, которые, в общем-то, смогли выстоять и заявить о себе очень плотно. Часть коллег уже здесь, вот Амар Кантадзе здесь, например, находится, который согласился к нам присоединиться. И, в общем-то, это будет достаточно интересный проект. Первым 30 заявителям мы даже предоставляем бесплатное проживание. Приходите, много пообсуждаем, в том числе про регуляторную геномику. Вот мы с Игорем, соорганизатор этого мероприятия. Добро пожаловать. Все, большое спасибо. Спасибо большое, Олег. Я не думаю, что мы тебя просто так отпустим. Я думаю, что есть. Есть ли вопросы, ребят? Да, вопросы есть. Значит, просто так ты не отделаешься.
Спасибо большое, Олег. Супер, вообще интересно. И действительно удалось как-то, да, совместить уровень базового какого-то рассказа и в то же время реально очень увлекательных вещей. У меня дилетантский очень вопрос про регуляторные элементы. Они в кодирующих участках же тоже есть. И как в этом случае вот эти сайты инициации различать? Ну, да? Раз вопрос. И второй вопрос с медицинской точки зрения. Ты сказал про вариабельность между мужчинами и женщинами и так далее, но нас всегда очень сильно интересует вариабельность между людьми. И вот начиная с этой фразы, да, что 1-2% определяет всю разницу между нами, а вот это определяет разницу между нами и насколько определяет? У нас есть специалисты, я так и думал, что твою разницу между мужским и сердцем не оставят без внимания. Тут у меня сразу ряд сексистских шуток родилось. Уже родился ряд сексистских шуток на задних рядах. Да, вопрос интересный. Я бы даже прям вот спросил, наверное, у Юлии Всеволодовны, что они про это поводу думают. Что происходит с регуляторными участками, располагающихся в кодирующих зонах? Да, Сева, это просто у нас работа с залом, потому что вот специалист, поэтому... Это интересный подход, я возьму на вооружение. Здрасте, коллеги. Ну, опубликовано действительно некоторое количество примеров, когда пересекаются кодирующие участки и регуляторные. Регуляторным участкам там менее комфортно находиться, потому что у вас один и тот же фрагмент ДНК работает, как бы аминокислоты там написаны, и в то же время он еще должен правильным образом сворачиваться, чтобы регуляторный белок за себя зацепить. Да? Это там немножечко разные на него требования. Вот, поэтому таких примеров не очень много. Вот, но вот, сейчас вот разные люди продолжают такие примеры искать. Не потому что они очень важные, а скорее потому что они прикольные. Потому что вот вроде как вот... интересно, что у них есть и такая нагрузка. Да. Ну и с другой стороны, может быть, это интересно, потому что а с какой стати-то в этом месте надо делать транскрипционный фактор, вязать, если у вас кругом есть 97% генома, свободные от ограничений на то, что там надо еще писать какие-то аминокислоты. Казалось бы, это отступи там пару десятков килобаз в сторону, и вот сейчас абсолютно свободное место, и делай там какую хочешь регуляцию. Вот, поэтому в этом смысле тоже интересный еще вопрос, а почему, собственно говоря, в этом месте делают. Но, с другой стороны, кодирующие участки-то ладно, они бывают, там, чередуются экзоны и интроны у человека. Вот в первом интроне это просто такое очень любимое место, где регуляторные участки ставят. Вот там, вот, там первый интрон, там последний интрон, после конца гена, ну и, понятное дело, промотор и участок перед промотором. Ну вот там есть несколько мест, в которых их очень любит ставить природа, и вот первый интрон такое просто суперместо, которое очень близко между двумя кодирующими фрагментами. А второй какой был вопрос про? Да, про вариабельность. Про вариабельность, ну да, у вас на самом деле гены все очень похожи, и если вы будете рассматривать гены не просто между разными людьми, а между разными позвоночными, вы немедленно обнаружите, что даже у разных позвоночных гены одинаковые, и больше того, даже если у вас есть какие-то замены, у вас белки отличаются, вы можете посмотреть на последовательность белка и сказать, да, вот это вот белок там какого-то конкретного вида, по базе данных в первую очередь. Не так, что вот там. Вот. А, скажем, вы можете нокаутировать, например, очень многие гены у рыбы. Там есть Данерерия, такой классический модельный вид, из которого легко делать молекулярную генетику, и спасать соответствующих мутантов летальных генами человека. Вот, есть такие эксперименты, вполне у вас белки человеческие, они отличаются по последовательности от рыбьих, но они вполне могут выполнять ту же самую функцию в рыбе. Да, и поэтому те отличия, которые у вас есть на уровне кодирующих областей, они важны, но в основном они важны там, типа вот что-нибудь там поломать, да, вот. А реально все зависит от того, что производится, когда и где. Если у вас там, скажем, вот есть человек и мышь, да, если я не говорю про рыбу, рыба далековато, но вот если человек и мышь млекопитающие, у них просто молодая относительно группа, геном относительно, особенно плацентарный, геном относительно похож, там 98% генов, по-моему, у человека и мыши практически идентичны. То есть вся разница, которая у вас есть, это разница, когда и где эти самые гены работают. Там мышка быстро растет, понятное дело, мышка долго не живет, но вот. То есть между человеком и человеком разница может быть,
Наоборот, между человеком и человеком в первую очередь разница такая внешняя определяется регуляторными элементами, чаще, скорее всего. Вот. Они хуже изучены, потому что у вас каждая индивидуальная мутация вносит маленький вклад. У вас обычно есть там тысячи мутаций с каким-то там непонятным вкладом. Вот там сейчас любят такие polygenic risk score считать, то есть у вас есть вот эти полигенные риски, вот там для шизофрении у вас там есть, по-моему, 10 тысяч мутаций, которые хорошо очень предсказывают, что будет шизофрения, но каждая из них имеет ничтожную ассоциацию, вы по ней ничего предсказать не можете. Я очень сильно отнимаю время у следующего докладчика. Просто настройка очень простая. Если есть специалист, который работает с этим, а я делаю обзор, я предполагаю, спрашиваю специалиста. Но у нас, на самом деле, даже с Игорем есть сейчас идущий проект, который как раз ориентирован на вопрос о вкладе регуляторных участков в создании здорового разнообразия. В тех частях человека, где это разнообразие очевидно. Они есть. Да. Да. Вот мой любимый пример – это, на самом деле, классических мутаций, которые сильно ассоциированы с внешними признаками, их мало. Но вот есть классический совершенно пример – это мутация в энхансере гена ОКА2, которая вызывает голубые глаза. У людей, носителей этой мутации, у 98% глаза голубые. Вот. А есть… Что? Они очень жесткие. Да, таких примеров мало, да. Да, еще один пример – это мутация, которая вызывает возможность переваривать лактозу у взрослых людей. Это тоже промотор перед ферментом, который вот занимается перевариванием лактозы, который по уму-то должен его выключать в норме, чтобы мать не ела молоко там, или там, чтобы никого не было соблазна из взрослых питаться чем-нибудь материнским молоком, объедая детей. В норме-то взрослые там не переваривают. Да? Но вот есть несколько мутаций, все они, их несколько в разных местах, но они все выключают этот самый ген, вернее, ломают механизм, который его выключает, когда человек достигает определенного возраста. Это вот тоже классические. Их мало, но они есть. Сори. Спасибо большое. Ну и то, что мы видим в реальных данных, мы видим, что реально каждый. Ну, большинство из индивидуальных образцов, они, в общем-то, отличаются именно вот в том числе по десяткам, если не сотням активных регуляторных. Мы пока не знаем, как это работает, но это, в общем-то, факт. Ну и то же самое, работа Севы недавняя с коллегами показала, что реально в естественном, в реальном времени формируется очень часто и заменяются вот эти вот промоторы, там появляются новые мутации, там изменяются транскрипционные факторы даже, которые на них садятся. То есть процесс идет, и в этом вклад его есть, но он просто предстоит его оценить. То есть мы стоим на пороге новой эры. Понимание. Олег Александрович, спасибо большое за интересный и информативный такой доклад. У меня вот чисто профессиональный вопрос по поводу типирования клеток. Вы сказали, что при типировании теперь можно обращать внимание не только на высокоэкспрессированные гены, как бы то, на что обычно обращают внимание, но еще и на транскрипционные факторы и на проксимальные дистантные какие-то регулирующие элементы, как, например, энхансеры. Да? А подскажите, пожалуйста, а что в данном случае тогда будет определять специфику? То есть как мы тогда будем идентифицировать эти клетки? То есть получается тут как бы вот проблема яйца и курицы. Да? То есть это вот транскрипционный фактор. Означает, что клетка его начала, она его начала транслировать для того, чтобы превратиться во что-то, или она превратилась во что-то благодаря тому, что этот фактор появился транскрипционный, поскольку мы знаем, что транскрипционные факторы они нужны для регуляции, да, этих генов. У нас есть второй специалист на эту тему, это Юля. Да, об этом сегодня будет рассказывать сидящий здесь Игорь. Это как вопрос о принятии клеткой решений. Здесь там есть четкие, понятные механизмы, как это все работает. И у Игоря есть огромные работы на эту тему. Как в момент развития клетка принимает некоторые решения по совокупности, в какую сторону она пойдет. Но второй аспект здесь чисто медгенетический. Почему такие знания еще не активно въезжают в медицинскую генетику? Дело в том, что для кодирующих участков вот эти вот формирование скоров, да, вот, вклада, патогенность, это достаточно понятно, нарушение белка, truncated region и так далее. Для некодирующих участков, как Сева правильно сказал, там так,
компенсаторность есть соответственно, и сломав один энхансер, очень трудно предсказать что-то. Но сейчас появляется достаточно большое количество, во-первых, подтвержденных случаев, когда определенные промоутеры, типа промоутер перед терт-геном влияет на онкогенез. И, в общем-то, такое, это будет развиваться. Но это идет медленнее, потому что предсказание гораздо труднее делать на некодирующих участках. Непонятно, как оценивать их суровый вклад. И, в общем, формирование вот этих больших выборок, этих больших атласов, один из путей для этого. Ради этого и занимаемся. Спасибо большое. Мне кажется, уже частично вы отвечали на вопрос, но если вернуться к онкологии, вот есть, скажем, проонкогены, и вот что там с энхансерами? Можно ли сказать, что эти гены более вариабельны по энхансерным активностям? И вот если не по части диагностики, а использование их по части каких-то семейных случаев? Это тот вопрос, который мы сейчас пытаемся активно решить. У нас даже есть коллеги из Центра стратегического планирования, с которыми мы этот вопрос как раз и решаем. Более того, я скажу, что Москва очень интересуется, как город интересуется этим проектом, и проспонсировала на секвенирование полногеномное наследственных случаев большого количества как раз для этого вопроса. Потому что первый пример, который… Наследственный выбор – рак молочной железы и рак яичника. Это первые цели, на чем это работает. Но есть ряд четко подтвержденных примеров. Я пытался показать один сложный слайд, где прям четко продемонстрировано, что изменения в некодирующих участках прямо приводят к различной чувствительности к гормонам, что изменяет. И есть ряд уже утвержденных диагностических вещей, типа промоутеров в гене ТЭРТ, да, который с этим имеет дело. Но в целом вопрос крайне интересный, но сейчас он, наверное, будет развиваться. Но клинические генетики крайне не любят эту тему. Вот это вот… Цитата, которую я привел в самом начале, это ведущий генетик Москвы из 62-й больницы, очень продвинутой больницы, которая секвенирует все очень активно. А потому что им ничего это не скажет про лечение таких пациентов. Да, да. И они очень просто говорят, вы никогда не сможете определить патогенность и как бы проблема яйца и курицы, да, что если не делать, никто никогда этого не поймет. И, в общем-то, это одна из основных проблем, но она решается в мире, и, возможно, сейчас мы начнем двигаться в эту сторону Российской Федерации. А здесь тоже, чем лучше мы понимаем аннотацию генома, тем больше мы понимаем, имеющий какой-то смысл участков генома путем создания таких вот больших выборок и анализа, тем больше у нас шансов понять, какой вклад мутации в этом участке делает, в общем-то, в общей картине. Спасибо. Да, Олег мягко намекнул. Я так понимаю, больше нет вопросов? Вот на то, что… Да, у нас, кажется, будет еще время, Пора переходить к Игорю. И Игоря Олег несколько раз анонсировал и непосредственно и в рамках ряда совместных проектов. Вот. Я скажу про Игоря то, что он является директором департамента в университете Вены, также у него лаборатория в Каролинском институте. Игорь, скажем так, его основная любовь – это… Скажем так, не знаю, как правильно, в общем-то, назвать. Это, конечно, молекулярная биология развития, development, да. Вот. И в частности, нейробиология развития. И вот если наблюдать за статьями Игоря, у него вот такой вот плавный переход, в общем-то, от развития к через различные пасвеи регуляции к single-cell транскриптомики. В общем-то, я так понимаю, Игорь сегодня как раз-таки будет рассказывать про то, что ребята нашли с помощью подходов single-cell транскриптомики в надпочечниках эмбриональных. Да, коллеги, я вам сейчас все расскажу. Одну секунду, я просто пытаюсь подключить свой экран, и у меня почему-то это не получается сделать. Я не знаю, почему, давно такого не было. Сейчас, одну секунду. А, вот, получилось. Все замечательно. Так, отлично. Супер. Сейчас я быстро адаптируюсь к вот этим штукам. Да, я уже сломал прогресс. Ну ладно, я сломал прогресс, не страшно. Да ладно, ничего. Пусть будет тонкий кончик, я думаю, всем будет видно. Да, так сказать, это чтобы страшнее было.
Да ничего страшного. Ну что же, давайте начнем. Да, то есть тема моего сегодняшнего рассказа, она очень конкретная. Да, и, наверное, многие из вас задаются вопросом вообще, почему домейка, почему надпочечник, как вообще эти вещи друг с другом могут быть вообще взаимосвязаны. Да, совершенно верно. Да, ну знаете, причина, я хочу сказать, вовсе не в этом. Она не потому, что у меня есть надпочечник. И вообще вся эта история началась вовсе не с медицинской стороны. И, наверное, вот здесь вот, наверное, есть смысл сказать пару слов вообще про науку, про занятия наукой. Да? Почему мы этим занимаемся? Да? Почему я этим занимаюсь? Ну, дело в том, что, в принципе, если подумать о том, какая вообще вещь или объект на нашей планете является самым сложным, да, то самым сложным объектом на нашей планете будет тело человека. И вот всякие разные великие люди древности, в том числе Леонардо да Винчи, которого мы здесь видим, они очень это, мне кажется, хорошо понимали и чувствовали. И у них был огромный интерес, чтобы вот изучать, понимать тело человека и процессы, которые там происходят. Но им, понимаете, не повезло. Им не повезло родиться в неправильное время. У них не было тех замечательных методов, которые у нас есть сейчас. Вот Олег нам рассказал прекрасную историю, да, про развитие современных методов, геномики, да, и так далее. И это действительно впечатляет. И на самом деле у этого есть некий парадокс. Это впечатляет настолько, что, например, для студентов и для молодых специалистов это составляет огромную проблему. Потому что как только у вас появляется какой-то вопрос, а там вот как что-то работает, да, вы знаете, что минимум вы можете пойти в Википедию, максимум вы можете пойти в специализированные статьи, и вы будете читать, наверное, там 6 месяцев, прежде чем вы дойдете до того горизонта, когда вот эти вот ответы заканчиваются, и когда вы сможете увидеть вот тот самый горизонт, за которым начинаются новые вопросы. То есть мы сейчас систематично вот в плане биологического и медицинского образования наблюдаем такую хроническую фрустрацию людей. Да? И только вот когда люди идут в науку, у них открываются вот эти вот новые горизонты, когда они хотят задавать новые вопросы. Но так как я уже давно достиг этой стадии, и меня вот мучают какие-то нездоровые амбиции, вот тоже хочется быть как Леонардо, да, там, таким же великим, вот. Не только как Леонардо, но еще и как Шерлок Холмс. Да? Потому что нам нравится разгадывать загадки природы. И вот у нас в теле есть чрезвычайно интересный и загадочный орган – это надпочечник. Да? Я сейчас вам скажу несколько слов про надпочечник и вообще расскажу про загадки. Вот. Потому что, в общем-то, работа ученого – это интересная работа. Ну, жить скучно, жизнь быстро заканчивается, ее надо прожить интересно. Да? И вот это такой способ ее интересно провести с надпочечником. Да? Вот. Надеюсь, вам тоже понравится. Итак, что такое надпочечник? Да? Я думаю, что все здесь примерно знают, но если кто-то забыл, да, это один из самых главных эндокринных органов, может быть, даже самый главный в нашем теле. Он состоит из мозгового и кортикального вещества и продуцирует огромное количество самых разнообразных активных веществ, гормонов, которые работают эндокринно и даже внутри самого надпочечника паракринно, регулируя работу разных клеточных популяций. Он находится вот здесь вот над почками, да, и выполняет невероятное количество, просто невероятное количество координирующих функций. То есть когда начинаешь вот это вот все читать, особенно новую литературу про все тонкости и взаимосвязи, ну, такое ощущение возникает, что надпочечник контролирует все в нашем теле, вообще все, даже головной мозг, понимаете? Что-то происходит, вы уже побежали, это был надпочечник, да, а через 10 секунд ваш мозг сказал, а почему это я побежал? Да, он начинает об этом думать, понимаете, вот надпочечник ваш, он иногда принимает решения гораздо быстрее ваших мозгов, а все еще почему? Потому что вообще надпочечник эволюционно он очень связан с гонадами, вот в плане эмбрионального развития, вот понимаете, а это очень мощные такие импульсы вот в нашем организме, да, такие животные, и вот надпочечник это такая, ну, очень могучая часть нашего тела. И когда я вот этим вот всем занимался, я пришел просто в какое-то чудовищное состояние профдеформации, да, вот мне стало казаться, что вот надпочечник все, мне стало неясно, почему я нахожусь в центре исследований мозга в Вене, например, да, мы там одна из самых сильных лабораторий, мы занимаемся надпочечником, почему вообще все эти люди продолжают заниматься мозгами, они что-то неправильно поняли в этой жизни. Вот. Я им об этом сообщил, и они очень на меня обиделись в последний раз, между прочим. Но ничего страшного, да, я думаю, вы разделите мою любовь к надпочечнику вот в процессе этого рассказа. И я собираюсь на самом деле на следующем слайде обозначить некоторые любопытные вопросы, да, вот как бы вот раскрыть вот этот вот горизонт. Конечно, мы многое знаем про клеточные типы, про гормоны, которые продуцирует надпочечник, про то, как он вовлечен в обмен веществ, в разные заболевания человека и так далее. Но тем не менее, мы до сих пор достоверно точно не знаем,
из каких клеточных типов надпочечник состоит. Нет, конечно, мы знаем многие клеточные типы, из которых он состоит, или мы считаем, что мы так знаем, но когда мы производим предварительные данные, анализируя клеточные типы в надпочечнике на современном уровне, мы понимаем, что наше знание было крайне неполное. Также можно сказать, что надпочечник определенным образом связан со старением человека. Это очень загадочно. Очень загадочно. Никто не понимает, является ли надпочечник драйвером этого процесса, или, или мы наблюдаем какие-то пассажирные эффекты, когда надпочечник тоже стареет, возникают разные эндокринные нарушения. То есть это тоже можно изучать, это очень горячая тема. А совершенно точно можно сказать, что надпочечник очень сильно связан с эволюцией. Да? То есть как бы… Как мы понимаем, когда начинается серьезное давление отбора, прежде чем начинает переписываться, например, физиология и морфология, начинает плыть поведение и всякие разные реакции на стресс. То есть эволюционирует на самом деле нервно-эндокринная система, да, подстраиваясь под какие-то новые условия, потому что для этого не нужно переписывать какие-то более консервативные, например, или даже более сложные вещи. И, например, надпочечник в этом плане, как, в общем-то, такой орган, он может обладать невероятной пластичностью. Вот я хочу обратиться сейчас к аудитории. И вот честно, поднимите руки те, кто обожает вот эти вот опасные аттракционы, когда вас там крутят, подбрасывают на 150 метров там и так далее. Вот поднимите руки. Опустите руки. А теперь поднимите руки те, кто вообще-то на дух не переносит и вообще не понимает, что люди в этом находят. Да, понимаете как? Это вот тоже очень интересно. Мы проводили в свое время статистический опрос. Ну, в разных выборках людей, да, это по-разному. Вот ученые, они обожают рисковать. Там я был, по-моему, один нормальный человек, вот. Кто не любит вот такое вот все. Вот. А остальные вот они любят. Да, и вот это тоже во многом то, как мы реагируем на адреналин, на выброс адреналина. Да, кому-то нравится, кому-то нет. И вот даже популяция людей в этом простом вопросе, она крайне гетерогенна. Вот. Ну и, конечно, есть очень важные задачи, не просто интересные, а задачи важные, такие как, например, связанные с лечением каких-то патологий надпочечников и регенерацией надпочечника или созданием надпочечника как бы заново для конкретного пациента. И нам бы очень хотелось понимать вообще, как развитие надпочечника, как формирование вот этих клеточных типов, вот этих вот работа программ, как это связано вообще с болезнями надпочечника, как мы можем этой информацией пользоваться, чтобы что-то лечить. И вот здесь я хотел бы перейти к более теме печальной и важной, чем вот эта вот вся философия. Это тема про, конечно же, болезни. Да? В первую очередь в нашем случае про детские болезни. Есть такой детский рак, нейробластома. Это опухоль, которая убивает очень многих детей на сегодняшний день. То есть это клиническая проблема, она не закрыта. И это опухоль, имеющая эмбриональное происхождение, и она обнаруживается чаще всего, как ни странно, в области надпочечников. При этом она, вот эти клетки этой опухоли, они очень похожи на предшественников симпатических нейронов, да, симпатической нервной системы. Вы знаете, да, в нашем организме есть симпатическая, парасимпатическая автономная нервная система. Вот. И где-то вот в процессе миграции клеток нервного гребня из нервной трубки в будущий формирующийся надпочечник происходит какой-то сбой, да, и могут формироваться разные зачатки будущих опухолей, могут какие-то вот такие онкогенные процессы происходить, которые потом реализуются и образуют у маленьких детишек вот такие вот страшные опухоли. И эти опухоли, они очень гетерогенные, то есть их очень много разных типов. Вот. И эти опухоли могут даже спонтанно регрессировать. То есть есть такой тип опухоли, как 4S-нейробластома. Эти дети выглядят совершенно ужасно. То есть даже уже там, ну, реально родители в ужасном горе, потому что они считают, что ребенок обязательно умрет. И они идут к врачу, и врач говорит, ничего лечить не надо, идите домой, все будет хорошо. И родители просто не верят врачам. То есть они начинают ходить там, брать какие-то там second opinion, они начинают ходить ко всяким там паранормальным людям, потому что они считают, что официально медицина им отказала. Да? Но проходит полгода, и выясняется, что ребенок там, да, выздоравливает. А потом он полностью здоров, никакие проблемы к нему потом в течение жизни не возвращаются. Вот. То есть это действительно уникальное разнообразие опухолей. И по всей видимости, для этих опухолей можно научиться модулировать сигналы, которые контролируют жизнь внутри этого конгломерата злокачественных клеток. И, возможно, эти опухоли можно дифференцировать, а не убивать. Понимаете, как когда вы пытаетесь убить
что-то, оно это что-то очень сопротивляется, оно там кусается, изворачивается, эволюционирует, то есть когда оно находится под давлением. И основная проблема лечения рака, да, всей вот этой вот химиотерапии, что есть какие-то клетки, которые преонкогенные или онкогенные, которые остаются, и они позволяют каким-то клонам эволюционировать и выходить из-под давления вот этого вот отбора в результате химиотерапии и становятся нечувствительными в итоге. Это ведет к смерти пациента. Мы предлагаем другое решение. Мы предлагаем опухоли не убивать, а контролировать. Мы предлагаем переводить их в более доброкачественное дифференцированное состояние на основе понимания того, какие сигналы могут регулировать дифференцировку опухолевых клеток на основе исследований в области биологии развития, например. И это, возможно, будет позволять хирургам удалять такие опухоли быстрее, чем они будут метастазировать и убивать пациентов. И вот для этого… Вот для этого, да, если мы говорим об опухолях, которые в области надпочечников образуются или в надпочечниках образуются из каких-то клеток надпочечников, нужно очень хорошо себе понимать генетические программы. Да. Это вот то, о чем говорил нам Олег, что есть определенные программы. Да, это вот такие вот генетические регуляторные сети, когда у вас есть наборы транскрипционных факторов, они работают на каком-то генетическом контексте. Да, есть какие-то специфические регуляторные элементы, которые доступны, да, которые открыты, с которыми эти транскрипционные факторы могут связываться. И все это как бы разыгрывает некую шахматную партию. Я очень люблю на самом деле проводить аналогию развития шахматной партии, когда у вас любой паттерн, каждый паттерн, он развивается из некого препаттерна. Да? Вот был вопрос, да, очень интересный, про то, как клетки принимают решение, что первично, что вторично, яйцо или курица. Да? Там это транскрипционный фактор там связывается, и там что-то меняется. Или этот транскрипционный фактор произвелся, потому что что-то изменилось, и вот это все, запустило всю цепочку. Но дело в том, что когда у вас вы находитесь в середине паттерна, да, вы такой вопрос задавать уже не можете. Это реально вопрос о яйце или курице. Потому что это шахматная партия. Конкретно сейчас ситуацию на доске определяет ее история. То есть каждый предыдущий момент, он исторически релевантен. Да? И, например, многие программы они запускаются не транскрипционной активацией, а они запускаются, например, транскрипционной репрессией. То есть когда у вас была какая-то стабильная система, был некий аттрактор, да, была какая-то потенциальная яма, в которой клетки находились, некое стабильное состояние предшественников, они пролиферировали, их пул накапливался, а потом приходит какой-то сигнал и начинает работать транскрипционный репрессор. Он уже там мог быть просто неактивен. И он начинает это состояние давить, и у вас клетка выходит из вот этой потенциальной ямы, и дальше она начинает катиться по эпигенетическому вадингтоновскому ландшафту, например. Да? То есть вот просто это вот реально как бы нужно представлять, насколько вот эта вот история, она здесь играет колоссальную роль. И как мы вообще изучаем биологию развития? Как наши там древние предки изучали биологию развития? Кстати говоря, отцом биологии развития является Аристотель. Вот, Аристотель, он смотрел на развитие эмбрионов в яйцах кур и находил там удивительную прогрессию вот этих вот всяких морфологических изменений. И очень этому радовался. То есть у него есть целый трактат на эту тему. К сожалению, не могу на греческом в оригинале прочитать, вот, но очень хочу. Извини, Олег. Да. Вот. Итак, у нас есть вот такая вот загадка здесь, да, что же вот здесь вот происходит и как мы это можем изучать. Да? В общем-то, процесс развития — это когда у вас одни клеточные типы развиваются из других клеточных типов. Его можно аппроксимировать как очень примитивный граф. Да? Я ненавижу такого рода аппроксимации, но я думаю, что в настоящий момент это может быть уместным. Откуда берется надпочечник в теле человека, например? Надпочечник, друзья мои, это композитный орган. Да? Он имеет два источника. Он происходит из двух зародышевых листков. Из мезодермы и из клеток нервного гребня, которые ведут эктодермальное происхождение, но сейчас уже считаются, в принципе, самостоятельным зародышевым листком. То есть, если мы говорим о кортикальной ткани надпочечников, то у нас есть урогенитальный зачаток, и этот урогенитальный зачаток, он у нас дает почку развивающуюся и адреногонадальный примордий. И вот этот вот адреногонадальный примордий — это та самая группа клеток, часть из которых ответвится и даст нам гонады. Да, почему я говорю, что надпочечник, он очень родственен гонадам, да, это нужно понимать. Вот. И даст нам, собственно говоря, кортикальную ткань. Вот. Клетки нервного гребня они придут из другого зародышевого листка, и они создадут мозговое вещество, медулу надпочечников, которое в основном состоит из так называемых хромофинных клеток. Хромофинные клетки, про них мы будем сегодня много говорить, это адренергические клетки, они производят адреналин и норадреналин, выбрасывают его в кровяное русло, и вот поэтому вы там 15 минут бежите, а потом у вас мозг думает. Вот это как раз они. Да? Итак, у нас возникает вопрос, нельзя ли получить картину поточнее, насколько эта картина
полна, да, и как мы можем это изучать, какие у нас есть для этого методы. Вот здесь я хотел бы обратить внимание на крайне фундаментальную проблему. И, наверное, вот эта вот маленькая дискуссия, она единственная дискуссия, которая заслуживает того, чтобы вы ее просто помнили следующие три дня, да, а все остальное забыли через 10 минут. Вот. Что же это за дискуссия? Это дискуссия, опять же, о клеточных типах. Да? Что такое клеточный тип, сколько клеточных типов в нашем теле, и вообще как мы вообще изучаем клеточные типы, почему так вот могут отличаться там разные источники информации на эту тему. Вот если мы посмотрим, например, на то, как это исторически происходило, то клеточные типы описывались великими анатомами и гистологами прошлого, такими как Камила Гольджи, Сантьяго Рамон и Кахаль, например, да, на основе морфологии. То есть они делали срезы, и они видели, что клетки имеют разную морфологию, что есть нейроны такие, а есть нейроны другие, что есть мышечные клетки, что в крови плавают разные клетки, они имеют разную форму. И люди очень интенсивно придумывали гистологические окрашивания. Вы знаете, есть некие уникальные такие удивительные книги про историю гистологии, как люди вот гистологические окрашивания придумывали и применяли. Это потрясающая на самом деле была наука, и она на самом деле позволила описать очень большое количество клеточных типов. Но если у нас есть какой-то клеточный тип, который выглядит похоже, как-то аморфно, амебообразно, да, и при этом он красится как-то похоже, то такие клеточные типы мы такими методами не можем отделять друг от друга. И вот с появлением методов детекции индивидуальных каких-то молекул мы научились создавать более подробные атласы и описывать клеточные типы. И вот эта типичная картинка вот из типичной статьи, что вот мы там посмотрели на какую-то ткань, нашли чуть больше маркеров, на основе этих маркеров мы чуть лучше разделили какие-то клеточные типы. И вот оказалось, что их там не два, а их теперь три. И вот сочетание вот таких вот маркеров описывает их и позволяет их классифицировать. Да, мы это используем во всякой практике, связанные с оценкой патологических состояний, там, да, там, злокачественных новообразований и так далее. То есть постоянно мы используем какие-то маркеры. Но если мы задумываемся, откуда мы берем информацию о вот этих маркерах, мы поймем, что эта информация, она крайне несистематичным путем была добыта. То есть какие-то люди что-то исследовали, случайно нашли какую-то корреляцию, да, там, ну, они вот как бы более современными или менее современными методами, им повезло вот увидеть какую-то разницу, и это просто копилось, да, это копилось годами и десятилетиями. И поскольку очень много такой информации накопилось, у нас возникла иллюзия того, что мы очень хорошо понимаем клеточные типы и очень хорошо разбираемся в том, что есть, например, в теле человека. Но, увы, это не так, потому что когда вы работаете с неуниверсальным и несистематичным методом, да, вы можете найти что-то либо случайно, либо что-то вы, то, что вы заранее ожидаете, да, то, что вы не ожидаете. Ожидаете, если вам не повезло, вы не найдете. Именно поэтому мы до сих пор более систематичными методами мы находим новые клеточные типы в теле человека. И вот здесь, в плане того, какие систематичные методы появились, можно сказать про транскриптомику индивидуальных клеток. Вот тут сидят представители TenX, которые обещали нам скидку. Вот, пожалуйста, это ваш слайд. Да, давайте вашу скидку. Вот. Да. Олег, я перед нашим консорциумом выполнил свой долг. Вот. Теперь я буду продолжать. Итак, да, почему транскриптомика индивидуальных клеток, да, это некий универсальный и систематичный метод? Потому что раньше вы брали, например, какой-то конгломерат клеток, вы из него выделяли РНК, и у вас была средняя температура по больнице. Да, если у вас там была какая-то минорная популяция клеток, которая была 1% от общей ткани, никакие изменения в ней вы, скорее всего, не могли как-то там надежно детектировать, да, по крайней мере, в рутинном анализе, если вы там не ожидали чего-то такого. Но теперь вы можете секвенировать транскриптомы, да, совокупность пулов РНК, то есть генетических программ, которые работают в этих клетках, отдельно. И теперь вы получаете не среднюю температуру по больнице, а теперь вы получаете информацию о том, какие РНК производятся в какой клетке. Да, и вы можете клетки таким образом кластеризовать. Да. То есть нужно сразу отметить, что это довольно сложный процесс, который использует довольно сложные алгоритмы, в том числе машинного обучения, потому что клетка в среднем клетка экспрессирует 14 тысяч генов. Да, то есть из 20, она вот специализированная более-менее какая-то клетка, экспрессирует 14 тысяч. То есть у вас есть 14-тысячемерное пространство, и в каждом измерении, да, у вас есть какой-то динамический диапазон, да, силы экспрессии какого-то гена, и вы должны вот по таким вот по 14 тысячам измерений несколько там, например, тысяч или десятков или сотен тысяч клеток анализировать. Да, то есть это довольно как бы ресурсоемкий процесс. И, конечно, вы пытаетесь упростить этот процесс
через то, что вы находите какие-то гены, которые экспрессируются похожим образом, они как бы они сорегулированы, и тот факт, что они сорегулированы, позволяет вам уменьшить вот количество вот этих принципиальных компонентов там, до нескольких десятков или там, даже единиц, да, ну, в зависимости от той задачи, которую вы решаете. Но тем не менее, это довольно сложный анализ. Что я хочу сказать, что вам нужно сейчас запомнить, что вот здесь вот каждый вот этот вот кружочек, каждая точечка — это транскриптом индивидуальной клетки, про которую мы просто говорим, это клетка, это то, что в ней экспрессируется, это ее генетическая программа. И мы видим здесь, что вот вся вот эта ткань, она раскластеризовалась на 4 главных клеточных типа, которые здесь разделены по цвету. Это очень просто, это очень интуитивно. Хорошо? Итак, продолжаем. То есть что у нас было раньше? Да? У нас раньше, когда мы говорили о каком бы то ни было динамическом процессе, мы его воспринимали так. То есть я помню эти разговоры там, 15 лет назад. Ты приходишь в лабораторию, кто-то, и вот этот предшественник, он пополз. Вы понимаете, как будто люди там, не знаю, там какие-то фильмы обсуждают с Арнольдом Шварценеггером, что кто-то куда-то пополз. А потом он вот здесь остановился и поделился. Но Арнольд поделиться не может, а клетка может. Да? И потом одна клетка стала нейроном, а другая не стала. То есть вот, понимаете, вот это очень такой дискретный и очень конкретный процесс описания происходил. И каким-то, опять же, несистематическим путем люди говорят, а вот здесь мы видим, что вот, вот тут у нее там такой транскрипционный фактор включился, и вот нам повезло, потому что наша коллега из Кембриджа, она сказала, ребята, я вам пришлю такое антитело, вы там посмотрите, мы посмотрели, он там правда есть, классно, мы сейчас напишем большую статью. И вот как бы совокупность вот этих статей, ну таких вот как бы подходов, она, ну, позволила в итоге создать некий каталог, опять же, крайне такой вот дискретный и несистематичный. Сейчас мы просто собираем все эти клетки, и мы подвергаем их синтез-транскриптомному анализу. И что мы видим? Мы видим невероятную континуальность. Да? То есть мы видим вот эти вот промежуточные состояния. Да? Это те состояния, в которых клетки принимают решения, кстати говоря. Да? И мы можем вот эти промежуточные состояния анализировать. То есть у нас, если мы собираем достаточное количество клеток, чисто вот феноменологическое описание того, что происходит в системе, оно обладает очень высокой полнотой. А сейчас еще появляются методы, которые позволяют вам вот эти транскриптомные данные сбриджить с данными, например, эпигенетики. То есть вы можете сделать атак-сек и посмотреть еще в каждой из этих индивидуальных клеток открытый хроматин. Да, открытый и закрытый хроматин. Сейчас, например, мы там работаем с коллегами, мы пытаемся делать там метилирование одиночных клеток, интегрировать тоже эту информацию, но пока это очень дорого, неподъемно работает. Но вот интеграция вот таких мультиомиксных данных на основе единичных клеток, она полностью меняет парадигму, потому что вы теперь можете действительно анализировать какие-то очень тонкие информационные процессы, происходящие вот на этих развилках. То есть вы можете понимать факторы, которые контролируют вот эти развилки. Почему, вот, например, клетка пошла там направо сделать синий нейрон, там, да, а не налево? Что на нее повлияло? Какие есть байсы в системе? Почему клетки производятся в теле в процессе развития или какой-то патологии в определенных правильных или неправильных пропорциях? Да? Ведь на самом деле для того, чтобы даже шла эволюция, для того, чтобы менялась морфология и физиология, не обязательно создавать новые клеточные типы. Да? Есть большой дебат об эволюции клеточных типов сейчас в современной науке. Достаточно научиться менять их пропорции, этих клеточных типов. Да? То есть как бы можно делать большие мышцы, как Олег любит, маленькие мышцы, да? Там большие мозги, маленькие мозги. Да? И по сути вы просто регулируете формирование разных клеточных пропорций. Ну не только, конечно, но это очень важный момент, да, на который сейчас тоже люди начинают смотреть. И вот к этому процессу, да, опять же, так сказать, я хочу вернуться к тому, что говорил Олег, вы можете привязывать вот эти вот мутационные все подписи. Да, вы можете смотреть, какие гены активируются в ключевые моменты вот этих вот переходов. И вы можете смотреть, с какими из этих генов ассоциированы какие-то мутации, которые ведут к каким-то наследуемым патологиям, которые имеют эмбриональное происхождение. Да, это позволяет вам сразу же привязать работу регуляторных элементов к экспрессии в специфических эмбриональных состояниях и объединить все это дело в прекрасную цепочку. Далее. Теперь мы возвращаемся после такого длинного философского отступления к надпочечнику. Я думаю, вы по нему уже заскучали. Да? Вот. Итак. Вот я объяснил вам метод, которым мы хотели пользоваться для того, чтобы понять надпочечник, что происходит в процессе развития и почему возникать может нейробластома. Но если мы отвлечемся и уйдем немножечко в прошлое и посмотрим на то, что люди знали, например, про надпочечник еще 3 года назад или там 4, то мы увидим, что существовала вот такая вот модель, да, что вот кортикальная ткань, вот она тут вот развивалась рядом с будущими гонадами,
Вот она показана темно-серым цветом. А клетки нервного гребня, они выползали из дорсальной нервной трубки, они ползли туда прямо вот к этому зачатку кортикальному, они в него интегрировались, и так получался надпочечник. Это была простая, элегантная картина, и я не знаю, зачем мы все испортили, понимаете? Потому что вот мы пришли и сказали, вы знаете, вот, ну, наверное, никто про это не задумывался, а это противоречит вообще вот таймингу развития. Если мы посмотрим, когда клетки нервного гребня вообще куда-то ползают, да, они ползают, когда эмбрион не находится вот на этой стадии, да, когда формируется надпочечник. Например, в мышином эмбрионе надпочечник формируется примерно на 12-й день развития, вот, плюс-минус там 6-12 часов в разных стрейнах. Вот. А у человека он формируется, начиная там, с пятой недели, например. Но клетки нервного гребня – это популяция удивительно транзиентная. Это клетки, которые мигрируют с невероятной скоростью. То есть они существуют на каждом аксиальном уровне у мыши не больше 3, максимум 6 часов на стадии 9,5 дней. Не 12, а 9. Да? То есть представляете, да, для развития эмбриона у мыши, который занимает 20 дней, это колоссальная разница. А у человека они мигрируют на 4 неделе. То есть это целая неделя назад. И возникает вопрос, а как вообще тогда, ну, эти клетки куда-то расползлись, они во что-то превратились, они очень нестабильны, они как нестабильные радиоактивные атомы, да, они должны во что-то превращаться. Вот. Во что они тогда превратились? Какой у них был интермедиат, да? То есть стало ясно, что у нас есть загадка надпочечника. Понимаете, вот нам нужно вот просто понять, да, что там происходит. И мы создали прекрасную команду двухголового такого боевого слона в лице Артема Артемова, прекрасного биоинформатика, и Полины Каменевой, которая прекрасный сырой биолог, да, эксперименталист. Мокрый, сырой, да, там, да, в общем, водяной, да, жидкостной. В общем, да, то есть, и вот эта вот такая вот прекрасная команда при помощи большого количества разных других замечательных ученых, она начала развивать проект по транскриптомике индивидуальных клеток развития надпочечника. И вот в первую очередь они сказали, мы сделаем мышь, да, и мы посмотрели на мышь. И вот у нас возникла вот такая вот система. Если мы делаем с помощью метода TNX, TNX, привет, да, это еще раз слайд про вас, вторая скидка, пожалуйста, да. Вот, еще 20% скиньте. Да. И вот здесь вот мы наблюдаем вот как раз некие клетки, которые называются предшественники швановских клеток. Удивительно, это клетки, которые не являются клетками нервного гребня. Это клетки, которые сидят на вездесущих нервах. Они находятся на иннервации, они сидят на этих нервах, которые собираются надпочечник иннервировать. Вот они должны прийти, а надпочечника нет. Понимаете? Это ужасная эмбриональная драма. Нет надпочечника, а нервы уже там. И вот эти клетки тоже уже там. И что начинает, понимаете, происходить? Почему это так интересно? Они начинают отделяться. Видите вот этот вот фиолетовый мостик? И они дают начало вот этой прекрасной популяции хромофинных нейроэндокринных клеток медулы, которые вот, собственно, и называются хромофинные клетки. Да? И дальше что мы видим? Мы видим второй мостик. Мы видим мостик на симпатобласты. И вот это первый раз, когда мы увидели, что в действительности предшественники швановских клеток, сидящие на нервах, да, могут давать начало симпатобластам. И тут мы сказали, ага, ведь это очень похоже на нейробластому. Да? Клетки нейробластома, они очень похожи вот на эти клетки. Вот этот вот маркер, который подтверждает, что я вам все правильно сказал. Да, вам не надо на это обращать внимание, это слишком отнимет у вас много времени. Мы сравнили это с другими нашими данными, которые мы получили методами секвенирования более глубокого, но мы не могли получить такое количество клеток, потому что это очень дорого. Это называется технология SmartSeq-2. Если здесь у нас почти 3000 клеток в этой системе, здесь у нас всего 356 клеток, на целый порядок величины меньше. Но мы увидели, что другой метод, совершенно как бы независимый, он позволяет нам рекапитулировать ту же самую картину. Мы видим швановские предшественники, которые сидят на нервах, мостик, хромофинные клетки, маленький мостик и симпатобласты. Да? И это было прекрасно, потому что мы сразу же построили замечательную гипотезу о том, что нервы, они похожи вот на эти дороги, по ним едут ассоциированные предшественники швановских клеток, и они вот в какой-то момент ответвляются на надпочечник и дают в нем начало, переходят вот через вот этот вот мост, собственно говоря, начало медулярным клеткам. Вот. Это элегантная гипотеза на таких данных, да, ну, понятное дело, что сейчас уже люди не сомневаются, что такого рода данные, как правило, правильные, а тогда они очень сомневались. Нам потребовалось сделать очень много валидационных экспериментов, и нам даже потребовалось собрать генетически модифицированную мышь, и вот у этой мыши мы генетическим методом убивали вот эти вот самые нейроны в нервной трубке.
Вот эти вот нейроны, да, а что это за нейроны? Это преганглионарные нейроны, то есть это мотонейроны висцеральные, которые драйвят надпочечник пса. Они, когда вам страшно, да, ваша сенсорная нервная система, она делает реле на эти нейроны, и они начинают стимулировать надпочечник, да, медулу, чтобы она продуцировала и выбрасывала адреналин. И вот если этого нерва нет, да, то нерв не приходит, который такой пришел и ждет, а где надпочечник? Да, его просто нет, он не пришел. Эти нейроны, они умерли еще в зародыше. И тогда непонятно, что происходит с медулой. Да, мы хотели поставить этот эксперимент. И мы его поставили. Да? Если мы убиваем 95% этих нейронов с помощью вот такого генетического мутанта, то у нас медула она сокращается просто колоссально. К сожалению, вот этот метод генетического убийства, мышеубийства, да? То есть человека мы так не можем. То есть не можем никому продавать такие технологии, нет, только на мышах работает. Да. Вот такое мышеубийство, да, нейрональное, оно позволяет нам достичь довольно значительной эффективности, но не полной. Поэтому какие-то вот клеточки все равно остаются. Но мы сделали 28 еще других экспериментов, которые показали, что мы правы, у нас статью эту взяли в Science. Вот. И вот здесь вот мы видим вот эту вот схему, да, что есть первичный выход клеток нервного гребня из дорсальной нервной трубки, вот они такие розовые, да, они ползут вот сюда к дорсальной аорте, да, где вот кортекс будет формироваться. Они там делают симпатические структуры, но часть из них проникнет в надпочечник и тоже там будет, но главные клетки, это будут синие клетки, это будет более поздний поток, он сядет на нервы, над такими вещами работали и раньше. То есть все началось вот с такими концепциями раньше в нашей лаборатории. И вот Шерлок Холмс, он сказал, ага, это ложится прямо вот в канву, видите, он довольный, он улыбается и говорит о том, что, наверное, вот теперь мир пришел в некое замечательное равновесие, когда, ну, все стало понятно. А что стало понятно? Вот сейчас я хочу сделать специальный акцент на том принципе биологии развития и, возможно, регенерационной медицины, который может оказаться новым для многих из вас. Что это за принцип? Например, если мы посмотрим на какую-то развивающуюся или регенерирующую ткань, да, мы увидим, что вот есть какие-то клетки-предшественники, они вполне себе компетентны, они запрограммированы на определенные сломы симметрии, которые должны результировать в каких-то дифференцированных клеточных типах. То есть там должна происходить какая-то там дифференцировка, на которой эти клетки запрограммированы. А это отмечено здесь разным цветом. Но очень часто так бывает, что у вас какие-то клеточные судьбы, какие-то фенотипы, они не запрограммированы вот в этих в потенциале этих предшественников. То есть эти предшественники не могут делать какие-то клетки, а нужно, понимаете? И вот эволюционно это решается тем, что возникают мигрирующие клетки, вот как клетки нервного гребня или тангенциально мигрирующие предшественники интернейронов, да, в развивающемся кортексе. И они вот приходят откуда-то издалека, и они вот добавляют какие-то клеточные типы, которые здесь необходимы, да? То есть клетки микроглии, дендритные клетки, да, все это вот по похожему принципу существует. И вот в этом случае нужно понимать одну вещь, что такие процессы могут происходить, когда эмбрионы очень маленькие, потому что клеткам мигрировать очень тяжело. Потому что для того, чтобы клетки пришли куда нужно, нужно закладывать специальные навигационные маркеры, клетки должны обладать системой интерпретации этих навигационных значений. И это довольно трудно все программировать, контролировать. Если дистанция большая, то много клеток не доходит, видимо. Поэтому возник третий способ, который мы и открыли, да, и не только в этом проекте. Это когда у вас есть нервы, есть какая-то инфраструктура эмбриональная или, например, сосуды с их перицитами, перивоскулярными клетками. Это параллельная концепция, которая работает точно так же. И у вас есть клетки, которые на них находятся. И вот эти клетки, они обладают мультипатентностью, они фактически везде в эмбрионе, куда доходят нервы, да, и они могут рекрутироваться и давать тоже начало каким-то клеточным типам другим, которые интегрируются сразу в ткань. Да? И вот это вот наш концепт, мы его породили в 2009 году, и я надеюсь, что его никто не убьет. Вот. И вот с тех пор как бы, да, уже возникло довольно много статей от наших коллег, которые показали, что это работает на целой плеяде клеточных типов, вот. В том числе в надпочечнике. Но вернемся к главному вопросу. А какое это все имеет отношение к нейробластоме? Как мы можем вообще попытаться свести здесь концы с концами? И вот тут-то мы вернулись к эмбрионам человека. То есть вот в Швеции у нас была возможность работать с человеческими эмбрионами, потому что у них весь клинический процесс очень хорошо поставлен, биобанкинг очень хорошо поставлен, и мы могли работать там от 5 до 14 недели. Но вот здесь вот представлены наши более старые данные от 8 недели там по, наверное, по 12, по 14 тоже, да. И когда мы попытались получить такой же атлас развития хромофильных клеток швановских предшественников там, и симпатобластов для человеческого надпочечника, мы обнаружили иную картину, понимаете? И вот это вот интересно. Помните, что я вам говорил про эволюцию эндокринных органов, да, что
эндокринные органы могут быть очень пластичными, эволюционными. И не факт, что мышиные модели являются оптимальными, да, для многих каких-то вопросов, которые мы пытаемся решить. Здесь мы видим, что швановские предшественники, да, они переходят не только в хромофинные клетки, да, которые, по идее, должны бы переходить в симпатобласты, а мы видим здесь вилочку. Они дают начало предшественникам, которые бипатентны, и часть из этих предшественников дает начало огромному количеству симпатобластов, а другая часть дает начало хромофинным клеткам. Более того, мы обнаружили второй переход, что симпатобласты могут генерировать хромофинные клетки, а не наоборот. Потому что у мыши этот вектор, да, вот этот вот переход, он построен в прямо противоположном направлении. И мы провалидировали это несколькими методами, в том числе мы попытались эти клетки реально отловить, посмотреть в них свою экспрессию, вот эти вот клетки мостиков, да, которые вот находятся в первом мостике и во втором мостике. Мы попытались найти их в ткани. У нас получилось найти эти клетки прямо в реальном органе. Мы смогли их промаркировать, используя комбинацию вот этих вот переходящих маркеров. Это было трудно, но мы нашли очень много таких клеток и для первого мостика, и для второго. И когда мы начали уже смотреть на реальную морфологию, гистологию человеческого надпочечника, мы были в шоке. Потому что до этого мы очень долго работали на мышах, на мышином надпочечнике. И оказалось, что человеческий надпочечник, он совершенно другой внутри. В нем не образуется в эмбриональном состоянии компактного мозгового вещества, а образуется нечто иное. Образуются вот такие вот цепочки, да, вот такие вот как бы диффузные конгломераты клеток. И большая часть этих цепочек и конгломератов являются симпатобластами, вовсе не хромофинными клетками. То есть вот это вот огромное количество зеленых симпатобластов, да, формирует большую часть вот этих клеток, которые вы вот здесь видите. И здесь вот мы наблюдаем вот большое количество вот этих вот микроганглиев. То есть эти ганглии не такие уж и микро, потому что если на одном срезе вы посчитаете, сколько там ядер, да, там, ну можно вот там вот здесь посчитать, здесь будет, наверное, там 70 ядер, здесь, я думаю, будет ядер там 30-25. Примерно. Это только один срез. Если вы представите, что это 3D-структура, да, то это очень большое число, и весь человеческий эмбриональный надпочечник ими забит. У мышей такого нет. И это точно сходится с тем, что у мыши от природы не болеют нейробластомой. То есть люди культивируют мышей очень долго. Да, и каких только вариантов они естественным или каким-то искусственным способом не выводили, не наблюдали. Но у мыши вот есть большая проблема с адекватной моделью нейробластомы на мышах. И, видимо, такая проблема есть, потому что надпочечник мыши развивается очень сильно по-другому и отличается вообще по своей структуре развития от надпочечника человека. Да? И, видимо, попытки использовать мышиную модель для исследования нейробластом, они не самые продуктивные, а нужно использовать там технологию композитных органоидов. И вот это будет там нашим, например, новым направлением. Вот чтобы вы понимали, насколько это выглядит по-другому, вот это надпочечник мыши. Да? Мы видим очень компактную медуллу, мы не видим внутри этой медуллы ганглионарные вот эти вот образования. Да? И вот сейчас я снова вернусь к надпочечнику человека. Это другое окрашивание. Посмотрите на вот эти ганглии прямо внутри структуры надпочечника эмбрионального. Да, они действительно очень большие, очень красивые. И между этими ганглиями мы наблюдаем такие слабые цепочки хромофинных клеток. Дальше, если мы посмотрим на взрослый надпочечник человека, сейчас я хочу вот это показать, да? Мы увидим тоже какие-то ганглии, но их будет намного меньше. То есть идея вот этой конверсии о том, что симпатобласты, они превращаются в хромофинные клетки, она тоже находит свое подтверждение в том, что количество вот этих клеток сокращается, такое ощущение, что вот эта популяция переплавляется в эту популяцию. Когда мы быстро посмотрели апоптоз, не очень точно, мы не увидели там никакого повышенного апоптоза. То есть, по всей видимости, это просто вот действительно конверсия за счет работы второго мостика. То есть количество пластичных состояний, количество состояний перехода у человека выше, чем у мыши. Да? Это важный момент. И если мы возьмем, например, и сравним на основе вот индивидуальной транскриптомики опухоли, да, нейробластомы человека, вот это вот два разных пациента NB12 и NB26, вот здесь пунктирной линией обведены на самом деле опухолевые клетки, да, все остальное это стромальные клетки. И вот эти опухолевые клетки, если мы их соклостеризуем с данными эмбрионального человеческого надпочечника, они очень четко соклостеризуются с симпатобластами и немножечко с хромофинными клетками. То есть мы таким образом можем потенциально предполагать клетку эмбриональную, из которой эти раковые опухоли возникают. И мы можем смотреть, выстраивать траектории развития этих клеток для нормы и смотреть, какие сигналы их двигают в дифференцировку для того, чтобы брать вот эти вот клетки нейробластомы и тоже их туда двигать, то есть делать их более доброкачественными. Да, дорогие коллеги? То есть вот это как бы некое такое вот промежуточное summary, да, что у нас
переходы, эмбриональные состояния в человеке и в мыши отличаются, и поэтому на самом деле у нас возникают проблемы с моделированием нейробластом на мышах. И сейчас мы знаем, скорее всего, как эту проблему можно обойти, с помощью каких методов. Мы также можем использовать вот эти вот данные, вот этой кластеризации, мы можем извлекать подписи генетические с каждого кластера, да, то есть то, что в них экспрессируется, и сравнивать это с данными о когортах пациентов, да, для которых есть балк секвенирования, да, транскриптомные. То есть там есть балк транскриптомные данные. То есть мы можем взять и спросить, вот если вот в нейробластоме пациентов очень сильна подпись швановских предшественников, такие пациенты, они будут лучше выживать или хуже? Мы видим, что они лучше выживают, например. Если мы спросим, а вот как насчет подписи вот этих вот голубеньких пролиферирующих симпатобластов, да, то пациенты сразу выживают намного хуже у тех, у кого такая подпись доминирует. Вот. Если мы посмотрим на подпись хромофильных клеток, они тоже плохо выживают, но удивительным образом пациенты с подписью симпатобластов, которые более дифференцированы, выживают намного лучше. И что мы хотим делать? Мы хотим вот это приводить вот в это состояние. Да? И это тот самый процесс, который мы наблюдаем в процессе нормального эмбрионального развития. Мы хотим его воспроизводить для опухолей, да? Потенциально. Мы хотим получать эту информацию для того, чтобы вообще вся онкология, вся онкологическая наука, фундаментальная, по крайней мере, ее часть, она резко переходила на вот такие новые лыжи и училась на основе таких данных предсказывать фармакологические агенты, которые будут дифференцировать клетки, из которых опухоль по большей части состоит, или, например, предотвращать пластичные механизмы в опухоли, там механизмы избегания, да, например, химиотерапии за счет переключения фенотипов клеточных. Вот. И теперь я перехожу к предпоследнему слайду, потому что я думаю, я вас очень сильно утомил. Основные выводы. Вывод заключается в том, что мы должны быть очень осторожны, когда мы используем мышиную модель для человека, что будущее в значительной степени за композитными органоидами. Это будет очень большая ниша. И, конечно, вот это вот знание из развития, построение вот этих вот траекторий из single cell вот этих вот данных индивидуальной транскриптомики и предсказание сигналов, как клетки, как вообще ниши формируются, как они друг на друга влияют, стимулируя дифференцировку, да, когда вот это разыгрывается шахматная партия, по каким правилам она разыгрывается. Вот это знание, оно очень может пригодиться, если мы хотим научиться манипулировать опухолями. А умение манипулировать опухолями может оказаться самой выгодной стратегией, более выгодной, чем их простое убийство. И на этих словах я хотел бы сказать, что Шерлок Холмс был очень доволен, вот, и поблагодарить нашу замечательную команду ребят, которые очень много работали, в первую очередь Артема и Полину, всех остальных наших сотрудников, те фонды, которые нас поддерживали, наших замечательных коллабораторов из эндокринологического национального центра, Марию и Олега, Петра Харченко, Руслана Солдатова из Гарварда, которые помогли нам развить всю эту математику. И я надеюсь, что вы еще живы. Спасибо за внимание. Игорь, огромное спасибо. Я когда представлял, сказал, что у Игоря, в общем-то, биология развития — это любовь. Я беру свои слова обратно — это страсть. Особенно, видимо, нервный гребень. Ребят, есть вопрос? Игорь Игоревич, добрый вечер. Спасибо вам большое за феноменальную, так вообще, целое театральное представление. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, я правильно понял, вы рассказывали про переходные гены между разными типами клеток, которые вы, видимо, определяли с помощью SC-вела, да, вот, которые… Да-да. Вот эти вот, да, вот на вот этой картинке, как… Нет, вот на предыдущей. Давайте я вернусь вот туда, где это лучше всего видно. Я понял, о чем вы сразу. Да, и даже могу, наверное, попробовать предсказать ваш вопрос. Но давайте продолжим. То есть вот вопрос про эти переходные гены. Вот я сколько ни бился, у меня не получается их использовать как гены специфические для перехода. То есть я их пытаюсь как-то кластеризовать, понять вообще, проаннотировать их и понять, какую функцию они могут выполнять при трансдифференцировке, в смысле при дифференцировке. Как вам это удалось и какой вы применяли метод для того, чтобы эти переходные гены как-то проаннотировать и понять, что они действительно относятся к генам, которые отвечают за переход клетки из одного состояния в другое? Ага, спасибо большое. Спасибо. Да, это чудовищно сложный вопрос. На самом деле это просто нужно, да, действительно сидеть и, ну, там час разговаривать с бумажкой. Я не знаю, я можно попробую, как Олег попросить кого-нибудь из зала. Я попробую занять там 2 минуты, да, как-то на него
ответить. Дело в том, что я представлял, что аудитория будет очень гетерогенная сегодня. Да, я не мог углубиться в технологические вещи, то есть в процессе доклада. То есть мне хотелось рассказать какие-то общие там научные вещи, и про надпочечник. Но у нас очень сильно развита методология, именно как мы работаем с переходными состояниями, с состояниями перед развилками, и как мы там вообще рассчитываем разные вещи. И у нас вот наша статья в Science 2019 года, где Руслан Солдатов первый автор, вот посмотрите ее, вы мне можете потом написать, если будут какие-то вопросы. Мы предсказываем, то есть как это работает. Это работает так, что когда у вас клетки подходят, приближаются к состоянию бифуркации или там какому-то драматическому переходу, вы начинаете резко видеть повышение координации экспрессии генов. Да, это вот то, что делали там люди, как Суй Хуанг из Сиэтла там, и так далее. Да, они видят вот этот мощный всплеск, вот этого формирования гетерогенности, нестабильности, микрогетерогенности, а потом у вас идет разделение, там, кто пойдет направо, кто пойдет налево. То есть это похоже, мы другой метод применяем, видим то же самое, но у нас лучше предсказание, мне кажется. Это похоже на то, что вы идете с друзьями по дороге, да, в реальной асфальтовой дороге, вы знаете, что впереди будет развилка там, через 100 метров. И утро, там, да, кто-то хочет съесть стейк, позавтракать, а кто-то уже позавтракал, хочет мороженое и погулять. Да? И вот вы уже про себя поняли, что вы хотите мороженое, например, да? А кто-то очень там проголодался, очень рано проснулся, он хочет стейк. И вот вы идете, там разговариваете, и у вас возникают эти разные байсы под влиянием разных сигналов, которые вот здесь на вас действуют. И у вас ваша гетерогенность, она повышается. Люди, которые раньше колебались, они начинают больше там стейк или кто-то больше мороженое. Да, и у вас вот как будто бы вот мнения в группе разделились. Но вы продолжаете идти по одной дороге, потому что дорога одна. Вы должны пройти вот целый набор этих компетентных состояний. Да? В шахматной партии есть клеточки, есть свои правила. И только когда вы доходите до развилки, вы реализуете свой выбор, который случился в некотором смысле до этого. В процессе вот этого некого процесса целого, да, исторического. И вы можете его анализировать, когда вы смотрите на модульную координацию экспрессии генов. Вот посмотрите вот в этой в нашей статье, вот там это разбирается. Вот это мы так делаем. Так, я надеюсь, все поужинали после стейка с мороженым. У меня на самом деле связанный вопрос. А не видно ли вот такие штуки гораздо ярче на всяких генетических данных, на каком-нибудь атаке? Вот? Да, с удовольствием отвечу на ваш вопрос. Жалко, Артема здесь нет, он бы еще бы лучше ответил, потому что он как раз сейчас воюет именно с этим. То есть вы можете действительно сделать атаксек для такой популяции клеток, и вот этот эмбеддинг, он у вас принципиально воспроизведется чисто на атаксек данных, да? Даже без того, чтобы вы смотрели на транскрипционные портреты. Вот. И дальше вы можете спросить действительно, да, как у вас там регуляторные элементы открываются, закрываются, да, не видите ли вы там развилки, вот эти вот гетерогенности, переходы на открывающихся, закрывающихся элементах. В принципе, это можно делать. Это вот сейчас над этим Руслан Солдатов как раз работает, над математическим аппаратом для этого. То есть это вот то, что вы спросили, это как раз находится сейчас в производстве. Вот. Но здесь есть определенный нюанс, который заключается в том, что транскрипционные портреты позволяют вам получать более высокую гранулярность эмбеддинга и вообще вашей системы. То есть вы большее разрешение имеете. Почему-то эпигенетические данные, они более шумные. Ну, не почему-то, а понятно почему. Секвенирование такой же глубины, а объектов больше. Да, именно. То есть, конечно, эти данные более шумные, и поскольку шума больше, вот эти fine moments, да, их намного сложнее достоверно предсказывать, потом же их еще нужно как-то валидировать. Вот тоже с этим сложнее, потому что транскриптомные данные валидировать намного проще. Вы берете, делаете какой-нибудь там RNA-scope, инситу гибридизацию, там, не знаю, там белок смотрите, что угодно в ткани. Когда вам нужно валидировать открытые и закрытые промоутеры на реальной ткани. Кто это сделал, это все сразу. Да, намного сложнее. Но у нас вот идут сейчас ряд проектов, где мы пытаемся транскриптомные и атаксек данные интегрировать друг с другом. И мы вот сейчас вот собираемся попробовать TenX. Где там TenX? Еще, пожалуйста, скидочку можно. Мы пытаемся воспользоваться их новым китом как раз, который позволяет вам делать одновременно и транскриптомику, и атаксек на одних и тех же клетках. Да, то есть как бы по нашим данным, извиняюсь перед TenX, скидку, пожалуйста, не забирайте обратно, разрешение по транскриптомике чуть хуже и по атаксеку чуть хуже, но так как вместе вы знаете информацию про каждую клетку, это сильно повышает возможность сделать какие-то субстанциональные выводы. Но этих данных у нас еще не накопилось, чтобы мы могли что-то такое грандиозное показать. Вот. Спасибо. Спасибо. Даже так. Что? Значит, я как деревенский дурачок все время спрашиваю одно и то же. Про Enhancer? Нет. Про
комаров обычно спрашивают. Нет. Вопрос. Игорь, вот все, о чем ты рассказываешь, и классическое бомбовое, в общем-то, применение single-cell транскриптомики сейчас — это клеточные типы. Да, вот траектория. Насколько вообще вот ты видишь перспективу и вообще будущее за реакции отдельных клеток там, на стресс, на какие-то состояния? Или это так и будет, да, что вот клеточный тип, а не их ответ на какой-то определенный стресс или состояние будет, в общем, сильной стороной транскриптомики отдельных клеток? Ну, я думаю, что это тоже является уже сильной стороной транскриптомики индивидуальных клеток, то есть можно совершенно точно получать такие ответы. Я думаю, вот даже, Олежек, для твоей системы, да, эти ответы, они будут получены, когда данных больше, накопится больше. То есть дело в том, что, конечно, вы можете смотреть какие-то более дискретные процессы, более континуальные процессы, но и вот эта вот связь между континуальностью и дискретностью вот в транскриптомике индивидуальных клеток, это очень интересный диалог сейчас, да, потому что если вы посмотрите на любую траекторию, если вы хорошо отсэмплировали клетки, вы получаете некий континуум вот этих клеточных изменений. Но регуляция, да, там в плане того, там вот транскрипционный фактор связал, там энхансер, что-то там, какой-то квант экспрессии запустил, да, она все-таки, скорее всего, такая, она более digital, она более дискретная. То есть эта вся дискретность, она каким-то образом переплавляется в континуальность. Да? Ну, потому что генов очень много, это эти траектории и вообще эти эмбеддинги, они построены на неких усреднениях, понятное дело. Вот. Но сейчас появилась концепция регулонов. Да? Это очень важная концепция. Что такое регулоны? Регулоны — это модули экспрессированных генов, которые очень тщательно срегулированы. У них, как правило, есть один транскрипционный фактор, который является мастер-регулятором вот для этого конкретного модуля. То есть это все реализуется, понятное дело, все равно в каком-то контексте. Но вот эти регулоны — это такие более дискретные единицы. И когда, например, мы смотрим активность регулонов на каких-то вот таких эмбеддингах и траекториях, то… Там тоже есть своя континуальность, но мы уже видим гораздо более дискретную картину регуляции. Да? Мы видим, что есть какие-то критические моменты, когда вот оно там пошло, и вот оно когда выключилось, например. Да? Но когда мы не смотрим как бы гранулярно на какие-то подпрограммы генетические, за счет того, что они все усредняются и перекрываются плавно друг с другом, мы видим только континуальность. И вот этой континуальностью не надо обманываться. Но это я к тому, что эта континуальность, она может, кто-то может интерпретировать как пластичные изменения физиологии. Биологических состояний, можно сказать и так. Но я думаю, что именно адаптивное состояние клеток, клеточных типов с одним как бы кодом идентичности, вот та континуальность, она другая. И я думаю, что мы научимся отделять одну от другой. Второй маленький вопрос. Просто не могу не спросить про надпочечник. Значит, я понял, что мышей пора на свалку истории, потому что это совершенно… Нет, не пора, но надо с умом. Связанный вопрос. Есть такое существо, называется иглистой мышь, у которой структура надпочечника на морфологическом уровне резко напоминает человеческий надпочечник. Вот просто по слоям. Такой же слоеный, вкусный слоеный. Почему? Ну, на этот вопрос у меня, конечно, нет ответа, но я вообще думаю, что у всех сильно отличающихся животных надпочечники будут разные или похожие для каких-то, может быть, общих вещей. Это может быть связано с высокой социальностью, с более высокой социальностью, чем у обычных мышей там, и так далее. Ну, потому что стресс и социальность, они связаны. Да? Мы знаем даже для диких популяций мышей, ну, то, что делает Лена Воронежская, да, есть тоже, вот как люди, там кто-то любит аттракционы, кто-то нет, там тоже есть две когорты, и тоже это зависит, видимо, от уровня адреналина, выбрасываемого надпочечниками. Есть те мыши, которые готовы отстаивать свою территорию, а есть те, которые не готовы за нее биться, но они готовы мигрировать большие расстояния, чтобы осваивать новые места. Да? Вот. Да. То есть я даже думаю, что, может быть, структура надпочечников, она может быть в какой-то степени конвергентна у видов с повышенной социальностью. Вот это еще никто толком не изучал, мы тоже думали на это как-нибудь посмотреть, и поэтому у нас даже был очень большой интерес к надпочечникам в одомашнивании. Да, мы очень интересовались экспериментом новосибирским по одомашниванию лис, и даже пытались там как-то с ними контактировать на тему заполучения надпочечников этих самых одомашненных лис, чтобы сравнивать с дикими лисами. Нас не хватает. Вот нас, вот наш вот этот боевой слон, он все равно мощный, но маленький. Вот. Но получали только шкурки. Да, пожалуйста. Мыши, которые любят далеко путешествовать, но не любят драться, они любят адреналин или нет? Ну, я не знаю. Надо Лену спросить, Воронежскую, она замеряла у них вот эти вот все метаболиты, там можно довольно точно, я думаю, сделать этот вывод, любит или не любит. Ну, видимо, не любит. Это будет мое такое предположение, но я не поручусь. То есть вот
Ну, там, понятное дело, что регуляция может быть гораздо сложнее, чем та упрощенная картина, которую я рисую. Но понимаете, что-то вот в этом есть. Вот. Низкоагрессивный, что характерно вот, да, для разных исследовательских популяций, да, то вот понятное дело, что у человека, как мы знаем, по вашей эмпирической выборке, обычно ученые собираются, это вот именно такие существа, и они адреналин любят. Казалось бы, у мышей тоже должно быть что-то подобное. Ну, знаете, вот про ученых, если говорить, я думаю, что сейчас в науке идет сильный отбор на агрессию, на такое, на как бы, на что-то такое очень энергетичное, вот, совершенно неспокойное, что-то ужасное. Ну, конечно, не будет, я согласен. Я говорю, я думаю, там все сложнее, да, чем так, все однозначно. Я хочу спросить про концепцию регулона, да, про валидацию экспериментальную вот этих сигнализов данных. У вас в общем отношении и стратегия? Мы пытаемся все-таки выбрать вот, действительно какие-то кластеры синхронно меняющихся генов, вот мастер-ген найти и по нему дальше отобрать эту субпопуляцию для экспериментальной валидации, да? Или мы ищем там поверхностный маркер, пусть он может быть не самый дифференциально экспрессирующийся, но зато он там позволит прямой сортировкой, не знаю, физически разделить субпопуляции. Просто интересна стратегия действия вот для валидационных экспериментов. Да, ну то есть когда вы работаете с регуляционными экспериментами, у вас возникают такие вопросы, то вы не можете обойтись без функциональных экспериментов. В этом проблема. То есть в принципе увидеть корреляцию в ткани там, или в клетках, которые вы выделяете, несложно. То есть вы ее уже предсказываете из single-cell данных, если вы понимаете, что вы хорошо с ними работаете, и у вас более-менее надежные предсказания. Ну я поручился на 90%, что так оно и есть. Проблема в том, что если вы хотите подтвердить каузальность, да, что это транскрипционный факт, что это реально существующий регулон, там, да, вам нужно каким-то образом вашу систему пертурбировать. Да, то есть вам либо нужно предсказывать регуляторные элементы, с которыми он связывается для таргетных генов, которые downstream, их мутировать, либо вам нужно каким-то образом уменьшать количество этого транскрипционного мастер-регулятора, да, изменять его баланс и смотреть, как меняется баланс специфично его downstream генов, насколько это все связано друг с другом. И вот через такие эксперименты вы можете мировое научное сообщество убедить в том, что действительно это так. Но вообще вот метод предсказания регулонов, да, который, в общем-то, сейчас уже воплощен там, в паре пайплайнов, он, мне кажется, очень хороший, ну, для мыши и человека. Для других менее модельных организмов это все еще очень проблематично. Да, есть, конечно, уже статьи все опубликованы, все уже есть. Попробуйте сценик. Вам нужно сделать сценик и все. То есть мы делали это все до сценика, мы сделали свой метод поиска регулонов. Руслан Солдатов его сделал с Петей Харченко. Вот вы можете попробовать его, он у нас в статье в Science представлен. Или вы можете взять сценик и попробовать сценником это сделать. Вы можете взять оба пакета, грубо говоря, да, и кросс-валидировать, потому что они основаны немножко на разных вещах. Ну, отличаются друг от друга, как они работают. Да, пожалуйста. У меня вопрос из области нейробластомы. Я тоже немножко ей занималась, но совсем не молекуляркой, а больше цитологией. А вы говорили, что нет мышиных моделей. Вы имели в виду спонтанно индуцируемая нейробластома? Я просто с нейро-2 занималась и не очень понимаю, да, что за нет. Да, ну, во-первых, да, спонтанных нейробластом у мышей никто не наблюдал. Вот, это во-первых. Во-вторых, THMIC-модель, да, которая существует, она неадекватна человеческой нейробластоме. Там вообще очень много к ней претензий. И сейчас уже с ней все меньше и меньше людей работает в мировом научном сообществе. Вот, потому что, ну, как бы сейчас уже ясно не только из нашей статьи в Nature Genetics, но и из ряда других статей наших коллег, что клетки нейробластома, они чаще всего рекапитулируют какие-то фенотипы эмбриональных предшественников, либо более похожих на вот этих вот клетки мостиков, либо на ранние симпатобласты, да, вот на что-то такое. А THMIC это уже как бы это гораздо более дифференцированные нейробластомы, и поэтому как бы клинические результаты, потенциально получаемые на них, да, они могут, в общем-то, иметь какое-то отношение только к очень маленькой когорте реальных пациентов, как правило, с нейробластомами, которые так более доброкачественные. А вот по поводу спонтанной дифференцировки, спонтанного излечения от нейробластома, что вы думаете на эту тему? Это до сих пор, в общем-то, ящик Пандоры, который не открыли, но… Да.
Капание очень... ретиновой кислоты на мороженое детям до сих пор никто не отменял. Абсолютно. Мы очень хотим этот ящик открыть, но это вообще очень трудный ящик, как оказалось. Мы ожидали более легкого пути, честно говоря. Сейчас мы думаем, что нужно немного остановиться и вернуться опять же к биологии развития. Я думаю, вы точно знаете, что в органе, что в теле человека есть такой орган, про который опять же мало кто знает, это орган Цукеркандля. Вот поднимите руки те, кто знает, что в человеке есть орган Цукеркандля. Вот, вот, да, вот вы понимаете, да, вот тут сидят много образованных биологов, а знает там, наверное, всего человек 5-6. Несколько кринологов, один из них патоморфолог, да, собственно говоря, да. Подняли руки. То есть, да, вот это целый небольшой орган, очень важный. Это тоже орган, состоящий из хромофинной ткани и симпатических нейробластов, который, в общем-то, как сейчас считается, нужен для того, чтобы ребенок сделал первый вздох. Это главный источник адреналина в позднеэмбриональном и периоде и во время рождения, грубо говоря. После рождения он начинает деградировать. Дело в том, что орган Цукеркандля имеет такое количество хромофинных клеток и симпатобластов, которое либо равно, либо превышает такое количество в обоих надпочечниках. То есть это очень большое количество реально. И этот орган подвергается самодеградации, как сейчас есть одна статья, как те авторы утверждают, в результате автофагии. К этой статье есть определенные вопросы, то есть мы не уверены, что это автофагия, но явно автофагия там как-то задействована. Может быть, это пассажирный эффект, может быть, это реальный механизм деградации этого органа, но этот орган полностью резорбируется. И есть мнение, и не только мое, да, что нейробластома 4S типа, она, собственно говоря, резорбируется благодаря тому, что в ней включаются программы деградации, которые работают в органе Цукеркандля. Вторая гипотеза — это иммунная гипотеза о том, что почему-то нейробластома 4S типа — это та нейробластома, которая эффективно иммунопрезентирует. Да, а другие нет. Вот почему трудно лечить закачественные нейробластомы, потому что они не экспрессируют эти клетки на своей поверхности комплексы гистосовместимости. То есть они никакие антигены, даже если у них есть какие-то там фьюжн-белки или что-то такое аномальное, они не экспонируют на своей поверхности. То есть клетки иммунной системы не видят их как раковые клетки. В общем дело. И вполне возможно, что вот single-cell анализ 4S нейробластома, он вот этот вопрос сможет прояснить. Но дело в том, что такую ткань, ее очень тяжело добывать. Почему? Потому что, конечно, интересы пациента стоят превыше всего и точно выше интереса конкретного научного исследования. Если прогноз для данного ребенка благоприятный, никакой врач никогда вам не позволит в него залезть и взять биопсию. То есть в тот момент, когда становится понятно, что это 4S нейробластома, все, про этот материал можно забыть. Да? То есть вот такая вот ситуация интересная. Да, осталось только мышей научить развивать все-таки эти нейробластомы, да. Или иглистые мыши, опять же. Да. Совершенно верно. Вот. А, коллеги, есть еще вопросы? А, если нет, то я бы, скорее не вопрос, а просьба вернуться к основной догме, собственно говоря. Да. Мне очень на самом деле понравилось. Я в общем-то, с большим энтузиазмом в свое время читал статью в Science, последующую статью, и, в общем-то, сейчас получил даже больше, на самом деле, удовольствия от доклада. И, конечно, вот эта вот идея такая элегантная, красивая, да, то, что клетки могут мигрировать, собственно говоря, по вот этим вот железнодорожным путям, это, ну, меня просто в свое время, в общем-то, немножко даже ошарашило, поэтому… Еще раз на этом остановиться. И какие еще, соответственно, органы, претенденты на изучение такого же рода закладки? Да, спасибо большое, Павел. Давайте я вернусь к нашей схеме. Да. Можно к этой, а можно, наверное, вот к этой. Действительно, это очень интересный принцип развития, когда у вас нервы приносят на себе мультипатентные клетки. Например, первое открытие мы сделали в 2009 году, у нас вышла статья в Cell, вот это была еще статья на моем постдоке, да, и вот моему тогдашнему супервайзеру эта тема была не очень интересна, потому что мы это показали на меланоцитах. Да. То есть пигментные клетки, вот, благодаря которым у нас есть пигмент, они, меланоциты, которые называются, они формируются вот таким способом, их большая часть, только очень малая часть происходит, собственно говоря, из клеток нервного гребня, которые могут свободно мигрировать. Почему это важно? Это важно, потому что, опять же, мы очень плохо понимаем генез многих опухолей, в том числе мы плохо понимаем генез разных меланом. И вот есть такие экстра
покровные меланомы, которые формируются внутри тела человека без какой-либо поверхностной манифестации. И всегда был вопрос, из каких же клеток они образуются, если мы ожидаем, например, что пигментные клетки, ну, они должны быть там в коже и в волосяных фолликулах. Вот. Более того, у нас есть несколько мест внутри нашего тела, например, внутреннее ухо, сердце, которые изнутри пигментированы, и эти меланоциты, они играют там очень важную физиологическую роль, без них там сердце правильно не функционирует или ухо не слышит, да, потому что они там биохимические функции выполняют. И вот они туда тоже попадают вот таким способом, через иннервацию. Вот. Это вот что касается меланоцитов. Все парасимпатические нейроны формируются тоже таким образом, они тоже рекрутируются от нервов. То есть вся, весь домен парасимпатической нервной системы формируется тоже вот так. Все, не все, но значительный процент энтерических нейронов — это энтерическая нервная система, которая — это нервная система нашего желудочно-кишечного тракта. Они тоже формируются за счет отделения от локальной иннервации, от вагального нерва, да, там и от разных других нервов, которые приходят снаружи, и от нервной сети, нервного плексуса, который развивается внутри. Как мы знаем, энтерическая нервная система, она колоссально важна. Это самая древняя нервная система в теле человека. Почему-то все думают, что самая древняя нервная система в теле человека — это там спиной, головной мозг, какой-то там, не знаю, там базовые древние отделы мозга, это вовсе не так. Самая древняя нервная система в теле человека — это энтерическая нервная система. И даже у круглородных рыб она формируется из клеток, которые отделяются от нервов. Это просто был смешной случай. Я вот сейчас вот буквально 30 секунд, я быстро расскажу. Когда мы в первый раз оформили концепцию вот этих вот мультипатентных нерв-ассоциированных клеток, я приехал на конференцию, сделал там доклад, и великий академик Американской академии наук Мариан Броннер, тогда у нее еще была двойная фамилия Броннер-Фрейзер, она ко мне подошла, но она просто мега-гуру и самый уважаемый человек в этой области, она меня похлопала по плечу и сказала: слушай, вот эта твоя концепция с нервами, она, конечно, вся неправильная, я ее вообще ни на грош не верю, но тут вроде умненький парень, ты молодец, у тебя все будет хорошо, продолжай работать. Вот. И мне было так обидно, просто я был морально уничтожен. Вот. Я просто реально пережил какой-то катарсис в этот момент. Вот. А спустя 3 года Мариан Броннер публикует статью в журнале Nature, где она показывает, что вся энтерическая система у круглородных рыб, там и у многих других объектов, она формируется по нашему механизму. И с тех пор Мариан Броннер — главный пропонент вот этой нашей идеи. Вот. И как бы она вообще нас там вообще там не опередила везде. Вот. Так что я очень доволен. То есть очень многие нейрональные клеточные типы так формируются, пигментные клетки так формируются. Вот сейчас вот мы показали, что нейроэндокринные хроматинные клетки так формируются. И по всей видимости, многие клетки, формирующие будущие скелетные элементы лица, они тоже формируются так. Потому что наше лицо, оно как бы имеет происхождение из клеток нервного гребня. Клетки нервного гребня — это удивительный зачаток, который делает все, хотя это изначально эпителиальные клетки, да, то есть вообще все, в принципе, фактически все. Вот. Но есть интермедиаты в виде вот таких вот нерв-ассоциированных предшественников, которые тоже из клеток нервного гребня формируются. То есть, да, понимаете, мы ходящие комки нервов, абсолютно. Берегите ваши комки, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Ну, дорогие коллеги, на этом все. Я еще раз хотел сказать, что большое спасибо, что вы сегодня к нам дошли физически. Это, в общем-то, в наше пандемийное время сделать непросто. Некоторые осуждают. Но, тем не менее, мне кажется, вот эта вот теплота и интерактивность, особенно вот сегодня мы заметили, что именно интерактивность делает, в общем-то, лекцию лекцией, она, в общем-то, нужна. И еще раз, опять же, вот это вот надпочечники, социальность, все это настолько взаимосвязано, поэтому мы будем рады вас видеть на следующих лекциях. Если вы хотите получать оповещение о следующих лекциях, в общем-то, все те, кто уже пришли или записались так или иначе к нам, мы вам пришлем эти оповещения. И, в общем, будем держать вас в курсе. Огромное вам спасибо.